Олег, звоню из Вашингтона. Меня зовут Руфат, я из Баку, с Азербайджана. Меня зовут Андрей, и я из Баку. Здравствуйте, меня зовут Кристина, я из Германии. Меня зовут Любовь, я из Москвы. Меня зовут Руфат, я из Баку, с Азербайджана. Здравствуйте, меня зовут Вадим Родионов, режиссер Денис Ковалев, и сегодня в течение ближайших 2 часов мы вместе с экспертами будем обсуждать то, что актуально. Вы также присоединяйтесь, пишите, комментируйте, звоните, телефон, WhatsApp, Viber, Telegram, все платформы доступны, и вы можете также с их помощью до нас дозваниваться. Ну и, конечно, мы сегодня обсудим то, что было актуально на неделе, в частности, историю с визами. Это один из главных моментов, на которые обратили внимание, по крайней мере, в российском сообществе, внутри социальных сетей, это важно. Поговорим также о Пригожине и вербовке в тюрьмах, обсудим ситуацию с возможным возвращением Стрелкова Гиркина на Донбасс. Эту тему тоже наши эксперты, я надеюсь, прокомментируют. Ну и сегодня с нами на связи политолог Глеб Павловский. Глеб Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот сегодня в связи с теми дискуссиями, которые в социальных сетях по поводу виз, по поводу россиян, многие задают вопрос, вообще важно ли все это обсуждать, имеет ли смысл вот все эти дискуссии, или мы что-то важное упускаем, когда переключаемся на частности. Вот для вас сегодня что важно в первую очередь? Ну, для меня важны шаги по выходу из войны к миру. Я их не вижу и не вижу, собственно, желания их делать. Ну, нет желания, значит, будут погибать люди дальше. Ну, а что, собственно говоря, надо обсуждать? Это вот шум, визовый шум, я даже не понимаю, ваш вопрос о чем? Мой вопрос о том, что важно для вас. Вы как раз на него ответили. Почему я его задал? Для меня важны любые, даже неуклюжие, даже неудачные попытки перейти от убийства к миру, к остановке войны, остановке огня и переговорам, сколь бы они ни продлились.
Ну, а вот та история с визами и с визовыми ограничениями, о чем, в частности, Зеленский сказал Вашингтон-Пост, потом эта вся история получила продолжение уже на уровне отдельных европейских стран, это может что-то изменить? Вот если, например, россиянам запретят въезжать в Евросоюз? Ну как, это акт войны, собственно говоря, это маленькая, но эскалация, это не выход из войны, это вход все глубже в чащу войны, потому что, собственно говоря, можно убивать людей, а можно мочиться им на голову, как предлагает правительство Балтии. Ну, мочитесь, но это вряд ли повышает мирные настроения в России, да и вообще. Я не вижу здесь ничего, особенно глупо это обсуждать. Что здесь можно обсуждать? Это глупый шаг глупых людей, которые заинтересованы в обострении ситуации, а не в ее разрядке. А на ваш взгляд, какие шаги не предприняты? Вот что можно сделать для того, чтобы остановить войну или, по крайней мере, попытаться остановить войну? То есть у вас есть какой-то рецепт? Как поступить? Слушайте, ну, я потрясен вообще тем, что люди после, можно сказать, 100 лет непрерывных войн делают вид, что они впервые столкнулись с войной, и она какая-то необыкновенная, и они не знают, что делать. Мы переживали войны покровавее, чем это. И все они, так сказать, заканчиваются так или иначе, чем... переговорами. Секрет, великая тайна конца войны – это переговоры. Вы не можете уйти от этого никаким образом. Вы не хотите вести переговоры – убивайте. Не хотите убивать – ведите переговоры. Но у нас перед глазами пример, наверное, самый наглядный пример Второй мировой войны, и это не переговоры, это капитуляция. Вторая мировая война и Первая мировая война вряд ли, наверное, вы сами понимаете, могут быть эталоном происходящего. Это абсолютно уникальные события, которые могли закончиться, честно говоря, даже хуже, чем они закончились. И наше счастье, что они закончились не, например, атомной бомбардировкой Германии, если бы бомба была создана раньше. Так что, но все, что было после 45 года, заканчивалось переговорами. Переговоры длились долго. Они были то успешными, то неуспешными. Они всегда были лицемерными, всегда. Для всех участников, без исключения. Ну что... А как вы хотите обойти этот момент, момент коммуникации? Никак. Его нельзя обойти в человеческом сообществе. А на ваш взгляд, все-таки есть ли возможность эти переговоры провести? Потому что вот на начальной стадии войны какие-то попытки предпринимались, делегации встречались, там вот Россия был Мединский и так далее. Потом все это сошло на нет. И что, эта встреча надо считать каким-то великим событием? Во всех войнах таких встреч были десятки и сотни. Одна встреча вообще ничего не значит. Это переговоры будут длиться долго. Либо еще раз я говорю. Фактом является то, что стороны не хотят переговоров, хотят воевать. Хорошо, ну пусть попробуют, как говорится, добиться изменений в ходе войны. Посмотрим, может быть, у них получится у кого-нибудь. Вопрос из чата спрашивают, а на ваш взгляд, Путин готов к переговорам сегодня? Это пример дурацкого вопроса, потому что... Переговоры ведут люди, не готовые к переговорам, ненавидящие друг друга. Они бы убили друг друга с большим удовольствием. И начинают переговоры они обычно с
так сказать, с предложением, ну, ребят, давайте по-быстрому капитулируйте и поедем по домам. Вот. Так начинаются почти все переговоры. Вот. И вьетнамские, американо-вьетнамские, и переговоры в Корее, и переговоры Ирана и Ирака, и на Ближнем Востоке, где их было миллион, между прочим. И войн, и переговоры. Ну, Путин, нет, Путин не готов к переговорам. Но у всех есть интересы. Значит, стороны должны суметь заинтересовать друг друга переговором. Но кто-то все равно, как я понимаю, должен позвонить, а кто-то все равно должен взять трубку. А если кто-то не берет трубку, если ему звонят, как эти переговоры осуществить? Ну, это начинается всегда с каких-то незначительных людей. Это никогда, почти никогда не начинается с лидеров. Кто-то кому-то, есть какие-то посредники, есть какие-то доверенные лица и так далее. Просто меня потрясает невежество современной общественности, которая просто, похоже, вообще не читала гор литературы про то, как заканчивались войны в последние 100 лет. Вот. Повторяю, пример Германии здесь не канает, потому что, и, кстати, это не был идеальный вариант, потому что требование безоговорочной капитуляции продлило войну примерно, ну, не меньше, чем на год. Сделало, повысило желание защищаться немцев. А так бы, соответственно, увеличило на сколько-то миллионов число погибших. Это стоило того или нет? Нет, не стоило. Вопрос из чата. Поскольку вы хорошо знаете структуру российской власти, спрашивает наш зритель, есть ли среди путинского окружения человек, который может ему сказать, что на самом деле происходит, и как-то призвать его вот к тем самым переговорам, о которых мы говорим? А что на самом деле происходит? Я бы сам с удовольствием послушал. Вот это интересный вопрос в том смысле, что Путин-то знает, понимает, что на самом деле на поле. Я не знаю, у нас нет полной картины, я как журналист не могу вам сказать, что сейчас происходит в Донбассе. Ну да, не бывает, и ни у кого нет полной разведка, картины. Разведка. Война, знаю, что-то... такое, есть понятие, да, еще введенное в свое время, бог знает, там полтора-ста лет назад, клаузевицем, туман войны. Никто, даже с идеальной разведкой, на самом деле не понимает, в каком состоянии находятся военные действия. Ну, когда его уже громят, и он бежит, наверное, он понимает кое-что. Но, вообще-то говоря, обычно в голове у людей самые разные представления. Самые разные. Если бы они чуть более адекватно воспринимали происходящее, то, наверное, они бы и не начинали войн. Они бы договаривались раньше. Но еще раз, кто не виноват в войне, война уже факт. Значит, надо думать, как выйти, а не как кричать: «Ой, мамочка». Но я тогда построю по-другому свой вопрос. Есть ли кто-то, кто может подойти к Путину и сказать: давайте попробуем договариваться? Вот сегодня в российском окружении есть такой человек, который... Ну, в общем плане, это, так сказать, такая грубость, я бы сказал, была бы для Путина. Но, в принципе, у каждого лидера есть моменты, когда он склонен слушать своих соратников, скажем так. Вот. Наверное, он не будет слушать Стрелкова. Наверное, он не будет слушать Гарри Каспарова, вот, но кого-то он вполне может послушать. Я не уверен, что он будет слушать министра обороны, потому что он считает самого себя не менее компетентным. Но, вы знаете, это не является вообще главным препятствием, в конце концов. Ну, я не знаю, правда, вот кто там подходил во времена Ирано-Иракской войны к Хомейни и к Саддаму Хусейну,
и говорю, давайте договариваться. Они 8 лет то воевали, то делали паузу, договаривались, то опять воевали. Ну, тем не менее, это всегда кто-то есть, простите, всегда. Да, это, понимаете, как настолько большая ценность мир, она ведь не осознается, пока войны нет вообще. Вот. Во время войны только сознается ценность мира и сознается, что если ты хочешь не потерять все свои интересы, ты должен разговаривать, начать. Я думаю, что на самом деле и Киев, и Москва притворяются, что не готовы, не понимают, возмущены до такой степени, что просто, как говорится, кусок в рот не идет. Нет, обычно политики даже во время войны, а может быть, во время войны более всего, тоже достаточно лицемерны и готовы определенным образом, при определенных условиях говорить. Смогли же они договориться об экспорте зерна из Украины? Смогли. А тоже говорили, что не, ну что вы, это невозможно. А что касается формулировки сохранения лица, я понимаю, что это может быть несколько притянуто за уши, но тем не менее, вот Крым, что произошло в Новофедоровке, мы до конца не знаем, российские СМИ говорят, сдетонировало, украинские молчат, власти, украинские СМИ говорят, что это ракеты. Но ведь Медведев незадолго до этого говорил, что если тронете Крым, будет вам судный день. Ну вот Крым тронули, Крым, судя по всему, тронули. Ну, вообще, не надо сохранение лица для властей России, это важно? На военную пропаганду. Вообще, многие во время войн переходят на язык, была такая газетенка, там, «Окопная правда» во время войны. Ну вот они переходят на язык окопной правды и начинают говорить какими-то уничижительными терминами. Это ничего, не знаю, кто этому аплодирует, это ничему не помогает. Нормально, что украинская сторона, особенно американская, я заметил, они вообще эту тему держали целую неделю, заинтересованно представлять это как колоссальный успех западного оружия, украинских вооруженных сил, западного оружия. Это понятно, именно понятен их интерес, американский интерес особенно, потому что до выборов промежуточных осталось совсем чуть-чуть. Но что там на самом деле было, я не знаю, и вы не знаете, и что мы будем бесконечно обсуждать пропаганду одной стороны и пропаганду другой. Спрашивают вас про Гиркина. Как вы считаете, есть ли у него какая-то роль в этой истории, в этой войне, или, опять же, он информационный шум просто? Ну, нет он. Почему шум? Его рассуждения часто разумны, внятны, как в особенности как рассуждение специалиста. Вы можете его ненавидеть, но он является, несомненно, военным специалистом. Не всякий человек мог бы, как бы будучи зажат, где он там был зажат, я уже забыл даже, вот, выскользнуть из окружения и взять Донецк. Вот. Так что для этого необходима определенная военная импровизация, поэтому его есть смысл слушать. Он говорит и нормальным языком, внятным. Да, понятно, что он, как бы, он недоволен тем, что не он командует. Это понятно совершенно. Это точка зрения, позиция любого отставного военного. Но мне интересно его слушать. Я вот с интересом слушаю Гиркина. Он с интересом слушаю там
там, моего знакомого старого Сашу Морозова, который с прямо противоположной стороны клекочет, значит, как ястреб войны. А что делать нам? Нам приходится анализировать разговоры, дискурс. У нас звонок, зритель на линии. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? Да, здравствуйте, меня зовут Артур, я из Риги звоню. А у меня будет два вопроса к вашему спикеру. А первый вопрос такой. Вот сейчас Латвия признала Россию террористическим государством. И у меня такой вопрос. Если можно, ну, так спекулировать, если вся Европа, допустим, признает Россию в таком статусе страны, то какие последствия это понесет? Это первый вопрос. И второй вопрос. Все мы понимаем, что Владимир Путин, он не вечен, и когда-то придет ему конец, не знаю, скоропостижно, не скоропостижно, но то есть кто может быть его преемником, если эта война не закончится раньше? Такие два вопроса, спасибо. Ну, начиная с последнего вопроса, довольно редко бывает, но довольно редко, так сказать, инициаторы войны той или иной умирают во время войны. Чаще они ее переживают. Так что я думаю, что война закончится раньше, чем, надеюсь, чем кто-то умрет, учитывая успехи современной медицины. А второе, но невероятно, чтобы все страны Европы признали Россию террористическим государством. Вообще это преувеличение, они не безвредны, и они опасны. Если бы в 2014 году Киев не стал торопиться объявлять одну из сторон гражданской войны в Украине террористами, то он бы себе просто облегчил переговорную базу, а не загнал людей в объятия тех, кто был готов распахнуть им объятия, то есть в данном случае Москвы. Поэтому не думаю, что здесь есть какой-то прорыв. Страны Балтии очень хотят обострить вооруженный конфликт. Почему-то им нужна эта война. Я не знаю, зачем. Маленькие страны не должны так азартно действовать. А про преемника, кстати, вот есть у вас предположение, что там в этом направлении? Это абсолютно зависит в наших условиях от ситуации, которая не будет ясна буквально до последней минуты. Мы не знаем вообще, как закончится и закончится ли, между прочим, наша система. У нее большие ресурсы запасные. Поэтому она может самортизировать тем или иным способом. Это не вопрос личности, поймите. Это вопрос того, кто окажется в нужной клеточке стратегического поля в тот самый момент. А мы не знаем этого, и не можем знать, и никто не может знать. А появление Екатерины Тихоновой, дочери Владимира Путина, в инфоповестке, как там ее назначили специалистом по импортозамещению, это следует рассматривать как некую попытку Владимира Путина, ну, скажем, сделать ставку на своих близких родственников? Может ли она стать преемником, грубо говоря? Ну, повторяю, я не знаю, кто может и кто не может стать преемником, но это можно рассматривать и самые фантастические версии. Это версия из числа фантастических. Ну что ж, спасибо вам большое, что нашли время и вышли в наш прямой эфир. Глеб Павловский был с нами на прямой связи сегодня. Всего доброго и до свидания. Всего доброго.
Всего доброго. Мы продолжаем наш стрим. Пишите, комментируйте, участвуйте, будьте активны. Телефон, WhatsApp, Viber и Telegram доступны, поэтому приходите к нам в эфир, задавайте свои вопросы, участвуйте в нашем сегодняшнем эфире. Не забывайте ставить лайки. Их сейчас 277. Я думаю, что можем увеличить до 300, а потом до 400. Далее у нас в эфире будет Ольга Романова, журналист, правозащитник и руководитель фонда «Руссидящая». Поговорим с ней о том, что происходит, в частности, о вербовке заключенных, потому что это одна из главных тем. Появляется информация о том, что заключенных в российских тюрьмах вербуют и отправляют на фронт. Что об этом знает Ольга Романова, узнаем в ближайшие минуты. Ну, а вы также пишите, комментируйте, участвуйте. Телефон, WhatsApp, Viber, Telegram доступны, поэтому можете к нам присоединяться. Ну и, конечно, поддерживайте канал донатами. Это всегда нами приветствуется. Если есть возможность, будем вам рады. Ольга Романова выходит с нами на прямую связь. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот мы обсуждаем, Глеб Павловский только что был у нас в эфире и сказал, никто не хочет договариваться. То есть в этой ситуации нужно договариваться, никто не хочет этого делать. Вот как вы считаете, есть ли возможность сейчас у сторон, то есть у России и Украины, точнее у руководства России и руководства Украины договориться? Или все-таки это фантастическая версия? Мне кажется, что это фантастическая версия. И вот недавнее заявление Зеленского о том, что если будут проведены так называемые референдумы в захваченных областях, в оккупированных областях, это вообще закроет любую возможность переговоров. И вот уже референдумы как бы объявлены. Я думаю, что это закрывает всю возможность. Действительно, договариваться не хочет никто. Здесь я согласна с Глебом Олеговичем более чем полностью. А на ваш взгляд, все-таки Владимир Путин, то есть у него есть, я понимаю, что в чужую голову не залезешь, спрогнозировать мысли сложно, но тем не менее, у него есть представление о том, что происходит на фронтах, о том, что все это затянулось, что российская армия несет большие потери. Был же, в конце концов, как говорят в российских медиа, детонация в Крыму, которая, в общем, сделала еще один исторический момент, да, что самые большие потери авиации за день со времен Второй мировой войны Россия понесла. Вот это как-то на него действует? В качестве... Вы знаете, я сужу по, что называется, по своей работе. Я вот сейчас, после полутора месяцев такой мощной вербовки заключенных в тюрьмах, я сейчас глубоко убеждена, что это личное распоряжение Путина. Просто личное. Просто потому, как это происходит. Просто потому, как ЧВК «Вагнер» приземляется на своих вертолетах в любых абсолютно зонах, в любых местах, хотя это режимные объекты и так далее, это частная компания. Что действительно, да, это лично Иосиф Пригожин, да, со звездой Героя России на груди, ходит и говорит, что это я выполняю личное поручение президента, я обещал ему выиграть войну. И как они себя ведут в зонах? Они выгоняют всех сотрудников ВСИН, включая начальство. Просто выгоняют их из зоны, занимают штаб и занимаются там, собственно, вербовкой, вопросами, ответами и так далее и тому подобное. То есть это все невозможно сделать, даже если ты договорился, я не знаю, с Бортниковым, там, с ФСБ. Это сделать невозможно. Он это делает. Плюс ко всему, нет никаких правовых оснований для того, чтобы перемещать заключенных, давать им оружие в руки, направлять на войну. Это может быть сделано только по личному указанию Путина. Я в этом совершенно убеждена. Но на ваш взгляд, почему заключенные, то есть почему их выбирают в качестве потенциальных военнослужащих? То есть чем это можно объяснить? Я все-таки хочу сказать, что это не военнослужащие. Это все-таки наемники. Министерство обороны присылало нам и нашим адвокатам не один раз уже официальные ответы, что никаких заключенных в рядах вооруженных сил нет и быть не может. Они вербуются, и я знаю, что цифра должна быть минимум 50 тысяч. Минимум 50 тысяч. Именно частными военными компаниями. Я не думаю, что там только ЧВК. Я думаю, что там еще есть и другие частные военные компании. Мне кажется, что в Саратове где-то месяц назад было не ЧВК, а какие-то люди в черном, это было не ЧВК. Но в основном, да, в основном ЧВК. Заключенные, это же очень удобно для конкистадорство штука. Это люди часто без родственников, это люди без будущего, это люди с навыками убивать и без лишних эмпатий, часто психически травмированные. А самое-то главное, вот посмотрите,
Это же частная военная компания. У нее есть какой-то бюджет, да, на вербовку заключенных. Они заинтересованы в чем? В том, чтобы они шли в атаку, и после естественной какой-то убыли, когда приходит день платежа, хорошо бы, конечно, их осталось в живых как можно меньше, потому что деньги платить. И вот, собственно, и все. А если учесть, что, откровенно говорит ЧВК Вагнер при вербовке о заградотрядах, о том, что попытка дезертирства будет на месте пресечена расстрелом, то это, в общем, удобно выдать за попытку дезертирства дальше все что угодно и набрать новые силы. Мы уже знаем, что из нескольких подразделений, которые пришли уже воевать, первый был бой 14 июля с участием заключенных, что вот эти первые несколько подразделений по 40-42 человека, от них уже, в общем, практически никого не осталось в живых. И приходят за новыми партиями. Это люди вне правового поля. Им обещают некое помилование. И вот Бесогон нам рассказал в прошлые выходные на все федеральные каналы, что Костю Рыжего, рецидивиста, пытавшего своих, собственно, товарищей по несчастью, других заключенных, за что он получил последний срок, и что Костя Рыжий посмертно помилован. Ребятки, очень легко проверяется. Заходим на сайт президента, Kremlin.org, а у нас, собственно, единственная прерогатива помилования только у президента. Смотрим, кто помиловал. 6 человек в 2021 году, в этом никого нет. И механизм посмертного помилования в России не существует в природе. А если все-таки, я просто хочу понять, кого пытаются вербовать, то есть это заключенные, которые сидят по определенным статьям, что им обещают, помилование, деньги, то есть что-то там, не знаю, социальные гарантии, то есть как это вообще все происходит? Прежде всего интересуют киллеры. Бытовые убийства в меньшей степени, но тоже годится. Разбой, грабеж, значит, нанесение тяжких следствий повреждений. Есть байка, что не берут людей, сидящих по наркостатьям, очень даже берут, их вообще треть. 200 тысяч человек у нас сидит по преступлениям, связанным с оборотом наркотиков. Их берут. Но предупреждают, что попытка добыть наркотики или алкоголь, да, расстрел на месте, поэтому их распрекрасно берут. Не берут людей, которые сидят за нарушение половой неприкосновенности и педофилию. И то Пригожин, в общем, сам говорит, что у нас же суды часто ошибаются, поэтому если со мной поговорить, то может быть. Хотя их не берут по причине того, что их коллеги, так называемые, да, не будут с ними сидеть в одном окопе и есть с ними из одного котелка, потому что это низшая тюремная каста, и эти правила, то есть в ЧВК Вагнера никто, конечно, не отменял. Поэтому берут всех, кроме как больных, увечных и людей, они у нас есть, с украинским паспортом, всех остальных берут под гребенку. А что касается активности самих заключенных, то есть насколько они заинтересованы в таком предложении, потому что я читал, может быть, я ошибаюсь, поправься, что не так активно вербовка идет, как хотелось бы, то есть многие не соглашаются ехать на войну. Ну, вы знаете, первое время был вал, в общем-то, он не иссяк и сейчас, потому что очень заманчивое соблазнение малых сих, соблазняется деньгами, ну, то есть это 200 тысяч рублей в месяц, это почти 4 тысячи евро, это, извините, и для Европы очень неплохо, не говоря уже про Россию, плюс снятие судимости, помилование, жизнь сначала, но это через полгода боев. И есть еще предложение такое, что если вы совершите какой-то особенный подвиг, то на самолете мы вам доставим жену или мать. Ну, собственно, все из этого становится понятным, что ничего этого, конечно, не будет, хотя бы вот из-за этого всего. И поток, я бы сказала бы, ну, приходит какое-то понимание, что, кажется, здесь что-то не так. Начали волноваться уже, в конце концов, родственники, хотя очень немногих заключенных есть родственники. И у нас уже вот в конце этой недели, в пятницу, сразу два поступило, в общем, вполне себе благоприятных сообщения. Наконец-то. У нас одна жена вернула, отбила своего мужа, уже завербованного ЧВК Вагнера в Ярославской области. И одна жена отбила своего мужа в Тверской области, да так,
что из этой зоны ушли вообще ЧВКшники, сказали, что в этой зоне они никого вербовать не будут. Есть еще один такой вид саботажа, который мне очень нравится. В некоторых зонах, которых я не буду называть, после визита ЧВКшников руководство ходит по осужденным и говорит, не надо этого не надо никуда ехать. А почему они это говорят? Я не знаю, потому что это зоны, которые, от которых было много жалоб, в том числе на пытки. Вполне возможно, что это их обида от того, что их всех выставили там на мороз и сказали, идите все отсюда, вы тут никто, а мы тут ЧВК. Может быть, поэтому, но тем не менее, все-таки результат есть. И тут даже не сколько нам важно, чтобы эти люди остались живы. Мы же понимаем, что прежде чем умереть, они унесут за собой еще украинские жизни. Поэтому, конечно, задача общая – оставить заключенных там, где они должны быть. И не калечить им дальше ни жизнь, ни психику, и не вставать на путь военных преступлений, конечно. А заградотряды, они из кого формируются? Из тех же заключенных или там других людей привлекают к этому? Просто это звучит очень дико. Я вспоминаю, конечно, вот что-то из Второй мировой войны, и в 21 веке сложно представить, что вот работают реальные заградотряды, которые расстреливают тех, кто не идет вперед. То есть как это выглядит? Сразу я протестую против сравнения со Второй мировой войной, с Великой Отечественной, потому что тогда все-таки штрафные батальоны защищали свою родину. Да, и воспетые Высоцким их подвиги, да, они остаются все равно, тем не менее. Не защищали, то святое. В отличие от нынешних, которые идут воевать в чужую землю, воевать с оружием в руках против украинцев. Это, конечно, чисто наемничество. И здесь не может быть сравнений. И тем более, что заградотряды тогда это был, в общем, СМЕРШ, по большому счету. Сейчас это те же головорезы вагнеровцы, только с серьезным военным опытом. Там после Сирии, после ЦАРа и так далее. А роль Пригожина в современной России, насколько она велика? Потому что это фигура, которая во многом, наверное, мифологизирована, она очень зловеще выглядит, по крайней мере, образ такой создается. И вот вы сказали о том, что не может Бортников, может Пригожин. То есть это фактически второе лицо в государстве сегодня получается в России? Во всяком случае, то, что он делает в зонах и как он себя ведет, это выглядит очень по-хозяйски. Я вообще такого не припомню, даже никаких рассказов, я не знаю, там о визитах каких-нибудь уж совсем, не знаю, там космонавтов в зону. Да? Ничего подобного не было никогда. Он действительно ездит сам, и он ведет себя, он получает от этого, он тащится, у него идет какой-то вот кураж, он же начинает, он в своей стихии наконец-то, да, он в своей стезе, он говорит, я сам же сидевший. И он в конце концов разговаривает с понятными людьми на понятном им и себе языке. Это в конце концов не гламурные девицы, это не клёсткий прием, он у себя. Он у себя, и он такие очень грамотные, нажимает реперные точки. Вы солдаты удачи, там, смоете крови, начнете все сначала. Ну и дальше там понятные точки фашизма, всех изнасиловали, хомячков, там, попугайчиков и так далее. Это все понятно. Но главное соблазнение, конечно, свой, деньги, свобода. А в армии, может быть, у вас есть информация, как к этому относится? Потому что я так понимаю, что именно офицерский состав, генералитет, просто рядовые солдаты, по всей логике, должны это не очень любить. Вот там нет какого-то раскола между армейскими и вот всеми этими наемниками, которые там формируются? Ну, вы знаете, вот сейчас, конечно, пришло у нас у всех умение читать между строк, а у них писать между строк. Это вот яркий пример, когда мы интересуемся у какого-нибудь начальника зоны, у которых точно совершенно сидят украинские незаконно перемещенные лица, да, так называемые там цивильные заручники. Ведь, например, зона тогда разделяется на две части, и ФСБ говорит начальнику зоны, вот теперь эта половина твоя, а дальше не твоя, не лезь. И когда к нему приезжаешь разговаривать, он же как говорит, у меня их нет. И он говорит правду, да, то есть он всячески дает понять, что вот за стеной, ребят, там, вот там ищите.
Вот точно так же отвечает Министерство обороны. То есть в ответах там столько яда, да, что согласно вот такому закону, такому, ранее судимые, отбывающие наказание, не могут быть в нем привлечены, там бу-бу-бу. Люди все понимают, что они пишут, о чем они говорят. И, естественно, я думаю, что военные в бешенстве, конечно. А раскол в системе ФСИН, он не наблюдается? Вообще он возможен там, или структура этого не подразумевает? Или какие-то все-таки разговоры могут, когда их... Удивительным образом раскол произошел. Удивительным образом, и мы уже видим реакцию на этот раскол со стороны генпрокурора Краснова, который уже сказал вот буквально этой неделе, что в системе ФСИН такие безобразия, что правда, такие нарушения, что правда, что вот сейчас будем всех сажать. Ну, то есть это предупреждение, что давайте так, ребятки, вот вы не сопротивляетесь, как вот вы сейчас, мы там видим кое-где у вас порой, а мы вас не сажаем. Это вот, вот перевод... выступление генпрокурора на ФСИНовский язык. И тем не менее, ФСИНовцы, они же, в общем, всегда все говорят, что, ну что, мы в тюрьме работаем, потом сюда сядем. Это, в общем, мало что меняется. Я думаю, они к этому примерно так и относятся, потому что уж вот нынешних унижений, может быть, вполне заслуженных, тем не менее, они пережить не могут. Спрашивают наши зрители, а что с украинскими военными, которые находятся в российских тюрьмах? Известно ли вам что-то об их содержании? Где они, что с ними, в каком состоянии и что их ждет? В общем, более или менее известно, но давайте говорить так. Есть украинские военные, есть военные, которые, собственно, российской стороной называются Азовом, и там будут совершенно особые отношения и особый суд. До сих пор и ни Красный Крест, ни ООН, аппарат Верховного комиссара ООН, не получил возможности глубинных интервью с пленными, поэтому никаких официальных сведений к нам, естественно, поступить не могут. Мы понимаем, что есть черная дыра в ДНР и ЛНР, и то, что там происходит, мы видели по Еленовке. И там, кстати, довольно много тоже гражданских перемещенных лиц, которые содержатся вместе с военнопленными. Ждем судов, но вот пока мы еще и ждем судов над гражданскими перемещенными лицами, над интернированными, вопреки вообще всем законам любой войны, всех конвенций. Потихонечку их начинают судить, обвиняя в пособничестве терроризму. Причем это люди, которые были схвачены на улицах в начале марта в Буче, Ирпене, Гостомеле, в Новобыковке, это Черниговской области и так далее. Просто схваченные на улицах люди, их сейчас будут обвинять вот в пособничестве терроризма украинцев на украинской земле. А эти люди, они попадают под категорию военнопленных? То есть как вообще с юридической точки зрения все это оформляется? Никак, точно так же, как зэки воюют на территории Украины. Конечно, никак. И более того, до сих пор никак российские власти не находят в себе силы признать вообще их существование. А не признать их существование очень сложно. По нескольким причинам. Во-первых, потому что все-таки первый обмен в апреле состоялся. Военнопленных на гражданских похищенных. И вот те 40 с небольшим человек, которые оказались на свободе, они дали показания. Они рассказывают, кого они встретили, в каких условиях они содержались, при каких условиях были пленены, и от этого уже никуда не деться, информация это уже есть. Во-вторых, вы знаете, Россия страшно дигитализированная страна, и у каждого ведомства есть свои прекрасные базы, которые очень редко друг с другом совмещаются. Так вот, например, в полицейской базе, в базе МВД, все эти люди значатся как люди, которые пересекли границу тем или иным образом. То есть они внутри России. А дальше мы объявляем их, пытаемся их искать в федеральный розыск, запрашиваем гарнизонные прокуратуры, там, военные прокуратуры, обычные прокуратуры, ФСБ, ФСИН и так далее, и так далее. Их там нет, но тем не менее места, где они содержатся, где мы знаем, что они там, они охраняются военной полицией, и там нет военнопленных. То есть там какие-то другие люди. По данным украинской стороны, их больше 1000.
По нашим данным, их сотни. Я уверена при этом, что украинская сторона больше ближе к истине, потому что к ней больше обращаются, это понятно. Мы-то с российской стороны выступаем. И вот 100 человек у нас в списке, чуть больше 100. У 37 получено согласие на публичность называния их имен. Но вот уже 36, потому что один человек в тюрьме погиб. Спрашивают вас, появилось ли какое-то понимание того, что произошло в Еленовке? Вот вы упомянули как раз эту трагедию. Что там случилось? Нет, потому что никто из лиц, которые уполномочены на международную экспертизу, а это Красный Крест и ООН, так туда и не попал, несмотря на то, что требования допустить, они были сразу же. Но вот Слуцкий был, Стивен Сигал был, а нормальные эксперты пока так и не были допущены, несмотря на то, что все эти организации добиваются, конечно, прохода в Еленовку. И мы можем еще говорить о том, что сразу же, как только стало известно об этом трагическом событии, заключенные из Еленовки все сразу были эвакуированы. Поэтому с кем там говорил Стивен Сигал, отрывок из фильма, которого я вот сегодня видела, что он там с кем-то разговаривал, и там ему прямо все как ракета летели, как они прямо падали, не знаю. Стивен Сигал, да, ждем, не знаю, там Бритни Спирс и других международных экспертов, кого там еще можно позвать. А на ваш взгляд, кстати, для чего Сигала привлекли? То есть он появился у Соловьева, его сейчас подают как чуть ли не главного правозащитника России, он там сказал, что он русский. Это просто пиар или за этим что-то другое еще стоит, как вы считаете? Но это человек с американским паспортом, да, для пропаганды это важно, так же, как и высказывание одного из участников Pink Floyd, да, там... Это важно, что вот люди с нерусским паспортом вот так вот таким образом на это реагируют. Ну да, Депардье молчит, я думаю, что ему это припомнит. А, кстати, насчет пропаганды. Сейчас вот в Латвии тут происходили события «Дождь», «Алвис Херманис», все это разлетелось по социальным сетям, конечно, это уже заметили, и в том числе на российских федеральных каналах. Насколько сейчас российская пропаганда вот сегодня обеспечивает необходимый для Путина фон? То есть они не проваливаются еще все-таки в своей работе? Ну, знаете, мне кажется, что это у... российского населения, смотрящего телевизор, у него все-таки выработалась такая совершенно детская привычка. Люди, у которых есть дети, прекрасно знают, что нужно рассказывать на ночь одну и ту же сказку с одними и теми же интонациями, и ни в коем случае, не боже упаси, не перепутать слова, иначе ребенок будет протестовать. И вот эта вот детскость, ее очень многие россияне сохранили. Они хотят от телевизора того, чего они и получали все эти годы. Нужно их этим бензинчиком подпитывать. Иначе же они могут проснуться, и тогда что? Ну, а здесь еще как раз вопрос от наших зрителей. Спрашивают, а правда ли, что даже у либеральных россиян есть чувство имперскости? Это та дискуссия, которая вот в Латвии разворачивается, что даже те, кто против Путина, они все равно имперцы. Вот насколько это справедливый упрек? Это от Алвиса Херманиса, кстати, тоже. Ну, частично. Не всех, конечно, обвинял, но тем не менее замечал это. Есть нет, такое? Ну, слушайте, мы все, попадая... Например, в рамки новой этики, и говорят там, что вы, я там ни разу не гомофоб, да, или что вы, я, конечно, за феминизм. А все равно мы допускаем что-то, что не вставляется в эти рамки, да, мы можем говорить, да, вот я не гомофоб, ну, Путин, конечно, пидорас, да, и что, это вот как это высказывание, куда его девать, а мы же так говорим, ну, да. И, конечно, я за собой замечаю, что у меня речки выскакивает что-нибудь подобное. Но, знаешь, как Галич пел, так живем же не на облаке. Да? Конечно, у нас очень многое, к сожалению, впиталось, особенно у более старшего поколения. Ну да, бывает, что говорить. Сказать, что мы тут вообще все тут зайчики и нечего тут на нас бочки катить, да, это, мягко говоря, не совсем так.
Мы все-таки не зайчики, хотя многие стараются. Но, на ваш взгляд, сегодня российский паспорт, русский язык, отношения к России стали токсичными вот, в представлении Европы? Или это некое преувеличение, когда вот сами русскоязычные считают, что к ним стали относиться хуже, но на самом деле это просто вот такое субъективное восприятие? Как вы это видите? Ну, знаете, у меня сейчас появились в доме новые соседи. Пожилая немецкая пара, очень общительная. И вот мы с ним встречаемся на улице, знакомимся. Я не спрашиваю, вы с Украины? Я им говорю, я русская. И они говорят, ну что вы, ну вы не должны извиняться, ничего страшного, ничего, мы не такие русские, ничего. Вы там, пожалуйста, не русская, это бывает. Ну, то есть, понимаете, да? Ну, извините. Они так меня жалели, что, в общем, ну да. Или это уже нам сами... Да нет, конечно. Все так. Тяжело с русским паспортом. С русским языком легко, потому что украинцы говорят в основном нам по-русски. Да? И, в общем-то, мы в быту-то не отличим. Если говорить-то уж честно. Это сейчас было имперское высказывание, ужасно имперское, но что вижу, то пою, да? И, в общем, когда мы сидим там большими русско-украинскими компаниями, да, а мы сидим большими русско-украинскими компаниями, в общем, конечно, посторонний наблюдатель, какое имперское высказывание, ужас. Но посторонний наблюдатель нас не различает. Ну, кстати, по поводу паспортов, виз. Сейчас говорят, что нужно запретить шенгенский виз для россиян, туристический виз для россиян. Как вы оцениваете такую возможность и инициативу? Нет, ну, слушайте, дело Эстонии или дело Латвии запрещать кому угодно, чего угодно. Я тут сидя в Берлине, совершенно не могу давать по этому поводу советы независимым правительствам независимых стран. Однако, да, однако мне тоже хочется сказать вслед за многими памятливыми людьми, ребята, все хорошо, но вы правда заинтересованы в том, чтобы студенты не шли учиться в западные университеты, может быть, оставаться на Западе как хорошие специалисты, а шли вот в армию в России с оружием в руках? Или давайте поговорим о том, что у вас делают капиталы там, Максима Лексутова в Эстонии. Да и, собственно, и в Латвии, если в Юрмалу посмотреть, внимательно сощуриться, можно много чего обнаружить. И не только в Латвии. Ну, это, конечно, это, безусловно, двойные стандарты, но других у нас для вас нет. А что, в Америке не двойные стандарты? Двойные. Но мы же уехали из России, где не то, что двойные стандарты, где там пятерные, тройные стандарты. А вот в Европе двойные стандарты. Можно поехать куда-нибудь еще, Антарктида, там вроде как нормально со стандартами, там пингвины и вот. С пингвинами. Да. Давайте поедем с пингвином. Ну что, спасибо вам большое, что нашли время и вышли в наш прямой эфир сегодня. Ольга Романова была с нами на прямой связи. Благодарим вас и всего доброго. Всего доброго. Мы продолжаем наш стрим. Пишите, участвуйте в нашем сегодняшнем эфире. Глеб Павловский, Ольга Романова уже были у нас на прямой связи. Сейчас будем связываться с Федором Крашенинниковым. Узнаем его мнение о происходящем. Вы также задавайте свои вопросы, делайте с помощью этого WhatsApp, Viber, Telegram и телефона. Поэтому присоединяйтесь к нам, участвуйте в нашем сегодняшнем эфире. Не забывайте про лайки. Сейчас их 643. Давайте дойдем до 1000. Думаю, нам сегодня это под силу. Федор Крашенинников выходит с нами на прямую связь. Федор, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну, во-первых, поздравляю вас с открытием YouTube-канала и всех наших зрителей. Призываем подписаться на YouTube-канал Федора Крашенинникова. Без труда найдете в YouTube. Да. Так что мы с вами теперь в этом смысле коллеги. Ну, начну я с вопроса об имперскости, потому что дискуссия, которая развернулась в Латвии, в частности, Алвис Херманис, телеканал «Дождь», не все, кто против Путина, на нашей стороне, потому что имперскость, в общем, свойственна очень многим, в том числе российским либералам. Как считаете, это серьезная проблема? Это действительно есть? Или все-таки это возможно нам здесь так кажется? Вот что вы об этом думаете? Я думаю, что я вообще не понимаю, точнее, я понимаю эмоционально, откуда взялась эта проблема, то есть надо еще какие-то меры предпринимать, потому что и Украина, и украинский электорат, и какие-то люди в странах Балтии ждут наказания России
те санкции, которые уже приняты, они пока еще не оказали свое действие. И, в общем, это очевидно, потому что достаточно послушать умных экономистов, а не каких-то самозванцев. И они говорят с самого начала, что эти санкции работают в долгую, быстро они работают. Но обывателю же хочется, чтобы все работало быстро. И поэтому нужны какие-то срочные меры. И как в известной поговорке, что искать ключи гораздо приятнее под фонарем, а не там, где они потеряны, конечно, в этом смысле кажется притягательным устроить какое-нибудь наказание тех людей, кого можно демонстративно показательно наказать, и выдать это за какую-то вот успешную санкцию против Путина. Вот сегодня уже на эстонской границе какому-то журналисту из Архангельска аннулировали визу и не пустили его в Европу. Очевидно, таким образом путинизму нанесен страшный непоправимый удар, и вот-вот теперь рухнет путинская диктатура. А значит, небезызвестный советник Зеленского господин Подоляк, да, сказал, что это первый шаг, визовый бунт, это первый шаг к какому-то огромному всероссийскому бунту. Ну, господину, при всем, так сказать, уважении к его труду, как человеку, который в воюющей стране должен заниматься информацией, ему, к сожалению, не впервые давать прогнозы, которые не сбываются, никакого визового бунта, конечно же, не будет. И он, тем более, не приведет ни к какому другому бунту, по той простой причине, что вообще сама идея поездок в Европу, она интересует очень незначительное количество граждан России, особенно сейчас. И если эти люди не получат эстонскую, латвийскую, польскую, вот сейчас Польша перестала, словацкую визу, но они получат испанскую, итальянскую, немецкую или какую-нибудь еще визу, да? А если, так сказать, если мы очень сильно переживаем за каких-то путинских пособников, богатеев, которые, видите ли, в годы войны развлекаются и ездят по Европе туризмом, ну, во-первых, их очень мало. Во-вторых, за них тоже не стоит переживать. Они поедут в Дубай, в Сингапур, в Таиланд, на Бали. Да, у нас на Земле еще очень много стран, куда с деньгами легко и непринужденно пускают людей. То есть в итоге я просто вижу, что это декларативная мера, которая будет бить прежде всего по тем, по кому и так легче всего ударить. В общем-то, по каким-то или обычным гражданам, которые действительно по каким-то причинам хотели поехать в Европу, и туристическая виза только называется туристической, в реальности это просто возможность оказаться в Европе. Я знаю очень многих людей в России, которые занимаются политикой или занимаются какой-то очень полезной активностью, но сейчас они не готовы уехать из России прямо, или не хотят, у них принципиальная позиция, они хотят что-то делать в России. И тем не менее, у них есть какие-то вот визы, которые действительно являются туристическими, которые для них как бы гарантии возможны в случае чего все-таки уехать из России или и не вернуться, или уехать и пересидеть какое-то время. Вот по этим людям наносится удар. Ни один путинский олигарх, ни один пособник вот этой войны вот этих мер, конечно же, не пострадает. То есть это очень громкий пиар с абсолютно нулевым воздействием. Ну и уж тем более, конечно, во-первых, я вообще не верю, что общеевропейский бан на визы будет принят, потому что против него выступают очень влиятельные страны Евросоюза, такие как Германия, Франция, Нидерланды, сколько я понимаю, Италия, Испания. Опять же, есть и Венгрия, которая, как я знаю, очень тесно дружит с Путиным. Довольно странно ожидать, что Венгрия Орбана вдруг проголосует за бан по визам для России. Это может скорее быть решением нескольких стран, которые не будут выдавать визы и не будут пропускать россиян, но, в общем, у кого есть виза, очевидно, будут попадать в Европейский Союз через какие-то третьи страны, например, через Стамбул на самолете прилетать в Германию. Я не думаю, что германские там, или французские, или итальянские, или испанские пограничники будут аннулировать визы и что-то еще делать. То есть, ну, вот это такая чисто политическая мера. Я, честно сказать, меня очень сильно удивляет то, что к этой бессмысленной и, в общем-то, абсолютно никак не мешающей войне и агрессии мире придается такое большое значение, как некой чуть ли не панацеи, которая должна что-то. Повторюсь, заявление про визовые бунты, которые придут к какому-то бунту, это даже не смешно, это, к сожалению, просто глупо. А что касается того, что может остановить войну или, по крайней мере, как-то на это повлиять, потому что вот мы говорили с Глебом Павловским сегодня, и он считает, что никто не пытается как-то договориться. А вообще, есть ли возможность каким-то образом повлиять на эту войну и как-то ее остановить? Вот у вас есть рецепт, что можно сделать для того, чтобы хоть как-то на это повлиять, на этот процесс?
У меня нет рецепта. Путина можно только победить военным путем. И тут как бы никакие не запреты на визы, никакие ритуальные жесты, не заочный суд над Путиным, не объявление России страной террористом, не какие-то сожжения флагов к чучелу, там, не знаю, воинственные выступления и что угодно. Ничего абсолютно не приведет к падению путинской диктатуры, ничего абсолютно не приведет к поражению Путина в Украине, кроме поражения Путина в Украине. Если люди, которых вот все эти политики Европы и какие-то другие мира хотят помочь, хотят избавиться от Путина, они должны, конечно, помочь Украине его победить на поле боя. Никаких других рецептов избавления от Путина не существует. Если кто-то думает, что достаточно принять какое-нибудь постановление, резолюцию, заочно его, повторюсь, там осудить, приговорить, обозвать, нарисовать карикатуру и так далее, если бы это все работало, уже бы его 200 раз сверли. К сожалению, все это не работает. Работает только вот это. Его надо победить на поле боя, и до тех пор, пока он остается непобежденным, он сохраняет и власть, и свое влияние на ту часть российского электората, который его поддерживает. Потому что это в нашем информационном пузыре значит, Путин и российские войска терпят поражение за поражением. В информационном пузыре, в котором живут граждане России, путинские войска никакого поражения не терпят. И, в общем, им бодро рапортуют, что каждый день какую-то новую там деревню захватывают. Правда это, неправда, это второй вопрос. Даже если человек сравнивает данные из этих двух информационных пузырей, он приходит к выводу, который тоже устраивает путинскую пропаганду. Все не так однозначно, что-то как-то вот не сходится показания. Наверное, вот истина где-то рядом. Да? Ну и нормально, путинскую пропаганду вполне устраивает. Они вполне отлично продают людям версию, что все врут, все не так однозначно, и мы врем, и те врут, и все врут. Но опровергнуть вот эту вот пропаганду силой каких-то там слов, поставить в моральный тупик, там, доказать неправедность этой войны невозможно. Если Путин потерпит поражение военное, очевидно, под контроль Украины вернутся захваченные территории и так далее, и так далее. Вот это никак нельзя крыть, это нельзя скрыть от людей, это придется как-то выйти и признаться. Знаете, такая печальная история, мы все проиграем. Естественно, тогда вся эта клубящаяся ненависть, которую продуцирует путинская пропаганда, на нее же обрушится. Потому что люди, которым обещали победу и, значит, там триумф, они, значит, имеют полное право недоумевать, а что же вместо триумфа какое-то безобразие происходит. Да? Но пока этого не произошло, никакие другие меры не помогут. Может быть, я какой-то пессимист, может, я скептик, может быть, прав господин Подоляк, и вот сейчас из-за виз, конечно, россияне восстанут и свергнут Путина. Я, конечно, готов буду признать свою неправоту и сказать, что да, это был вернейший шаг, который вбил гвоздь. Наверное, если бы, ну, не будем приводить никаких исторических параллелей, их можно уже много привели, они все довольно несуразные, ну, в общем... Я готов признать свою неправду, но вот сейчас я вижу ситуацию так. Про Пригожина, его визиты в тюрьму, мы вот с Ольгой Романовой тоже сегодня разговаривали, она рассказывала о том, как происходит вербовка, судя по всему, достаточно активно. О чем, на ваш взгляд, это свидетельствует? Почему решили заключенных использовать в качестве солдат, не солдат, ну, в общем, участников этой войны? Ну, я бы просто этот вопрос дал по-другому. И заключенных тоже решили использовать. То есть, и эту новость не надо трактовать так, что теперь там воюют одни заключенные. Теперь там воюют и заключенные тоже. А почему это делается? Ну, очевидно, что Путин сознательно уходит от мобилизации, как уже многократно было сказано, он не хочет проводить мобилизацию, потому что как раз-таки, вопреки убеждению очень многих людей про то, что в России все горячо одобряют и поддерживают войну, если бы это было правда, конечно, давно уже была объявлена мобилизация. И люди радостно с подмарш вращения славянки уходили бы на фронт воевать с проклятыми нацистами. Но эта война не пользуется никакой популярностью, и Путин не хочет лишний раз ставить граждан вот в дурацкое положение, то есть, которое одно дело там по телевизору что-то рассказывают, другое дело, когда тебя с дивана тащат на фронт. Потому что мобилизация, вот эти все журналистские штампы, скрытая мобилизация, тайная мобилизация. Мобилизация – это явный открытый процесс, после которого всех мужчин призывного возраста, извините, призывают в армию.
Хочешь, не хочешь, какие у тебя там убеждения? Патриот ты, может быть, там дроны покупал для ДНР, а может быть, ты там на митинги ходил, тебя берут с дивана, тащат и, значит, в армию отправляют. Путин этого делать не хочет, потому что он понимает, что этим наживет гораздо больше проблем, чем с отменой виз. Да? Потому что людей, которые лежат на диване и поддерживают Путина, они могут оказаться большими противниками Путина и его критиками, как только, повторюсь, их с этого дивана стащат и потащат, значит, куда-то там в Украину воевать. Да? Поэтому он этого делать не хочет, а где брать солдат? Ну, вот их берут, их за деньги вербуют. Да, но не всегда удачно. Мы знаем, что во многих регионах России вербовочная кампания провалена. Там, где-то я вчера читал, в каком-то регионе записалось добровольцами 10 человек в региональный какой-то добровольческий отряд. Вот, ну, вот больше на весь регион многомиллионный не нашло желающих. Да? А что-то же делать надо, где-то же надо брать людей. Ну вот они, естественно, найдут вполне, так сказать, проверенным путем, многократно. Просто приезжают к людям, сидящим в тюрьме, и говорят, а как насчет того, что и уйти, уехать из тюрьмы? Потому что бегать с автоматом многим может показаться гораздо более приятным времяпрепровождением, чем сидеть в тюрьме. А мало что вообще может сравниться по степени неприятности сидения в тюрьме. Да? Плюс тебе за это еще и срок отменят, амнистию дадут, денег дадут. Хорошее, так сказать, предложение. Да? Если, особенно если человек действительно преступник и действительно достаточно вел бесшабашный образ жизни, то для него это, ну, какое-то вполне хорошее предложение, на чем, очевидно, Пригожин и рассчитывает. А у отцов-командиров появляются, естественно, скажем так, сниженные моральные обязательства перед этими солдатиками. Да? То есть это вот не те солдатики, которых надо жалеть. Что же вот ты их бросил под огонь? Чего их жалеть-то? Это же эти курки из тюрем. Ну куда? Вот на самый горячий участок и бросили. Все погибли. Вот прям трагедия какая. Ну и погибли, и черт с ним. Вот уж никто плакать-то не будет на самом деле. В этом смысле они какие-то идеальные наемники. Их никому не жалко. Им никто не обещал ничего хорошего. Их можно смело посылать на смерть, на, значит, используя как пушечное мясо. И отсюда сплошные пользы. Выживут, ну, будут дальше воевать. Погибли. А никто никому ничего не должен, потому что все эти обещания роднее, деньги, ну, это Ольга Романова лучше про все это рассказывает. Если человек сидит в тюрьме, то как, потом не докажешь ничего. Сидел в тюрьме, сидел и погиб, так всякое бывает. Какие тебе компенсации? Никто нигде не воевал, ничего такого не было. Поэтому это, к сожалению, действительно и цинизм, и коварство, и подлость. И не дай бог, так сказать, попасться под руки вот этим вот так называемым солдатикам, потому что понятно, в каком они там состоянии и настроении из тюрьмы выходят. Но это, конечно, очень печально, потому что это говорит только о том, что война будет продолжаться, а военных преступлений будет все больше, потому что и так хватает этих историй, а то, что еще и с оружием в руках там будут бегать уголовники, при всем, так сказать, скепсисе к российской правоохранительной системе и тем, кто там оказывается уголовником, это в любом случае не добавит этой войне гуманизма, соблюдение каких-то там элементарных правил и всего прочего. А почему, на ваш взгляд, Гиркина не пускают на фронт? Он вроде прорывался, но не попал. Говорит, обязательно все равно доберусь. Что не с Гиркиным? Не люблю комментировать истории про Гиркина, потому что Гиркин ФСБшник. И это доказано не так давно было, хотя все смеялись на этом расследовании, что он до сих пор имеет какую-то связь с ФСБ, у него паспорт прикрытия выдан ФСБ. Гиркин ФСБшник. Все, что он говорит и делает, это часть какой-то ФСБшной разводки. Поэтому меня крайне изумляют люди, которые, если им нравится, что говорит Гиркин, а он периодически говорит разные вещи, они начинают его все пиарить и говорить, вот даже Гиркин говорит. Гиркин – это специальное, очевидно, не специальное задание вести вот такую информационную работу, как бы создавать видимость такой оппозиции справа. То есть вот есть как бы такой вот ортодоксальный путинизм, а есть такая критика Путина, но не как бы не с точки зрения «нет войне, значит, и долой Путина», а с точки зрения «даешь войну еще кровавее, значит, и да здравствует геноцид, и там, я не знаю, все что угодно». Да? Вот Гиркин эту роль играет. Я абсолютно не воспринимаю его ни как серьезную, ни как самостоятельную фигуру. Я считаю, что это какой-то один из, так сказать, вот человек, близкий к спецслужбам, и ко всему, что он говорит и делает, и о том, о чем, ко всему, что о нем говорится и пишется, надо относиться с большой долей скепсиса, как к информации, которая заведомо может быть недостоверной или распространяться в интересах российских спецслужб. Спрашивают вас, как оцениваете недавнее заявление Урганта? Он достаточно жестко, хотя в ироничной форме, протроллил вот идею с этой анти
забыл, как она расшифровывается, ну, деятелями культуры. Молодец, что потроллил, что я сказать. Выглядит все это глупо, молодец Иван Ургант, что потроллил. Что тут серьезно относиться к этой комиссии по, так сказать, искоренению Крамолы в российской культуре невозможно. Ну, глупо, что сказать, глупо и все. А Ургант, Галкин, другие звезды с действительно широким охватом, такой большой популярностью, это важно, что они говорят? Или мы, опять же, преувеличиваем их значение? Я думаю, что это важно, то, что они говорят, но есть проблема у звезд формата Галкина и Урганта. Они, так сказать, ламповые звезды, то есть это звезды, которые звезды для телеаудитории. Насколько много своей телеаудитории они увели в социальные сети, и теперь эта аудитория в социальных сетях способна узнать о том, что сейчас они думают о ситуации, и сколько их аудитории вообще знает, не знает о новой позиции, о том, какую они позицию занимают, это вопрос интересный. Потому что если есть некий обыватель, который, может быть, пожилой достаточно человек, который последние там, лет 30 наблюдал Максима Галкина, он ему очень нравился, значит, смеялся над его шутками. А потом Максим Галкин куда-то исчез с голубых экранов. Ну, уехал, не знаю, куда-то делся. Если человек не очень внимательно смотрит телевизор, он мог пропустить эту короткую, значит, интригу, когда его-то начали немножко позорить на всяких федеральных каналах. И, кстати, быстро прекратили. А понятно почему. Просто гораздо выгодная стратегия молчать. Вот где Галкин? Да черт его знает. Молчит где-то, сидит в углу. Он, может, Галкин не молчит, он с утра до вечера, может, что-то говорит. Но, повторюсь, та часть его аудитории, которая наблюдала только через телевизор, она про это, скорее всего, не узнает. Так же, как и аудитория Урганта, которая действительно больше ориентировалась на зрителей Первого канала. Они его любили, они его смотрели. Потом Ургант куда-то пропал. Побежали ли все они в социальные сети, нашли ли его аккаунт и следят ли за ним, и читают ли то, что он пишет, это второй вопрос. Так что эти люди, несомненно, важны, но важно и то, чтобы они как-то восстановили контакт со своей аудиторией, а это им очень сложно сделать, потому что, повторюсь, это аналоговый контакт через федеральные российские каналы, которые контролируются очень четко государством. Вопрос из чата. Для чего привлекли Стивена Сигала, как считаете? Ну, как для чего? У них ведь не так много вариантов. У них концепция «все для фронта, все для победы». Да? То есть, все, что есть у них в ресурсе, любые ресурсы, которые у них есть, они используют для пропаганды. Вот у них есть Стивен Сигал, какая-то потухшая звезда боевиков, но кто-то его еще помнит. Они его, значит, начинают использовать. Он там какой-то фильм, как я понял, снял там какой-то, да, про Донбасс. И с ним ничего не будет. Он же гражданин США. А в США, вопреки мнению многих наших сограждан и несограждан, есть такая вещь – свобода мнений. Даже если человек высказывает идиотские, фашистские, какие-то абсолютно людоедские мнения, это, в общем, Конституция США ему позволяет, и он вполне благополучно вернется в Соединенные Штаты Америки, и с ним там ничего не будет. Ну, наверное, неплохо заработает на этом. Единственное, кстати, за что его там могут ухватить, так это как раз за доходы, полученные им незаконным образом, если он их действительно получает. А ему это что? Он просто поясничает, ничего не стоит. Погасшая звезда, почему? Может быть, он искренне во все это верит. А для, опять же, жителей вот этого информационного пузыря путинской пропаганды, это выглядит как, ну вот не весь мир против нас. Вот посмотрите, вот простой американский популярный актер Стивен Сигал, он вполне разделяет нашу позицию. Значит, вы все врете, что все против России. Вот видите, Стивен Сигал не против. Поэтому он, конечно, оказывает большую услугу. С учетом, опять же, возможностей путинской пропаганды, которая способна многократно усилить любую новость и превратить ее в сенсацию. Ну да, то, что он давно уже погасшая звезда и, в общем, фрик, и никому не интересен. Ну, если из каждой щели кричать, да нет, вы что, Стивен Сигал, это же ого-го. Там есть там режиссер Оливер Стоун, там еще есть какое-то количество вот этих маститых путинферштейеров. И они, конечно, сейчас все очень сильно пригождаются, их используют по максимуму. А вот как раз пишут, у нас вчера в эфире был Евгений Чичваркин, и он тоже рассказывал, как встретил Познера. Познера спросили в очередной раз, почему вы молчите, он сказал, я много об этом думаю, то есть о войне, но пока еще ничего не говорил. Вопрос из чата, заговорит, как вы считаете, и нужно ли, чтобы он заговорил, или опять же, это такая журналистская история, давайте мы спросим, почему молчит Познер, будем из раза в раз этот вопрос задавать. Или это действительно важный кейс, потому что он многих интересует, мы видим даже по статистике просмотров. Еще раз, я немножко Познер и да. Его молчание. Это важно?
чтобы он заговорил, как вы считаете? Кто еще раз? Я просто... Познер, Владимир Познер. Слушайте, я не думаю, что от Познера вообще что-то зависит так сильно, что он прям такая фигура, прям вот он что-то скажет и прям что-то изменится. Но я считаю, что для какого-то морального баланса во Вселенной, конечно, очень важно прижать его к стенке и заставить, где он там прохлаждается в Европе, все-таки ответить на несколько вопросов, как конкретно он относится к путинской войне, к режиму и так далее. Потому что сохранять вот это вот, так сказать, благопристойное выражение лица и помолчать, это просто нехорошо. А потом он, как только стихнут выстрелы, если это когда-нибудь случится, он снова вылезет на голубой экран и будет, как ни в чем не бывало, вести свои высокоинтеллектуальные беседы, если доживет до этих времен. Поэтому я считаю, что это, конечно, ничего не изменит, то, что если его кто-то там задаст вопрос. Но вопросы эти задавать надо. И вообще эти вопросы надо всем задавать. Я знаю, что это большая идея, что за границей живут очень много людей, которые якобы беженцы. Не знаю, там, например, бывший губернатор Челябинской области Юревич живет в Лондоне. Даже вроде как ходит на какие-то протесты, видите, но тихо. Ну, потому что ему, очевидно, важно сохранить, что убежище. А почему бы вот не найти его и не сказать, нет, ну, хорошо, митинги, а давайте вот вы раздадите хорошее интервью и расскажете, как вы относитесь к Путину, к войне. Может, расскажете какие-то интересные детали, как вы там взаимодействуете с администрацией президента и так далее. Надо всем задавать эти вопросы. Вместо того, чтобы, так сказать, банить и пускать, я бы, наоборот, так сказать, сказал, не, пусть все приезжают. Просто надо, вот, так сказать, если известно, какие-то люди приезжают отдохнуть в Европу. Ну, надо к ним подходить, съемочной группой, спрашивать, а вот вы приехали в Европу, а что вы чувствуете, а как насчет войны и так далее. И посмотреть, кто что будет отвечать, и как это будет выглядеть, и по ту сторону границы, и по эту. Вот это, мне кажется, гораздо более действенная мера, чем, так сказать, вот не пускать и так далее. К Чубайсу это тоже относится, поскольку он оказался в центре внимания в связи с самочувствием? Чубайсу это относится в первую очередь, потому что мне тоже, я про это уже говорил много раз, еще раз скажу, что мне абсолютно непонятно молчание таких фигур, как Чубайс. Что значит ты молчишь? Что? Может быть, он просто климат решил сменить, сидит в Италии, болеет за успехи путинской армии? Почему нет? Почему мы должны думать, что он этого не делает? Может быть, он действительно всей душой и там, всем сердцем в России, просто ему по климатическим соображениям в Италии больше нравится, или где он там находится, да? Почему его бы его не спросить о том, как он к всему этому относится? Это интересно. И почему вот этого несчастного какого-то журналиста, который переходил границу в Эстонию, ему визу аннулировали и не пустили? А Чубайсу вот никто визу не аннулировал, пустили. А вот хорошо бы, может, надо вот Чубайсу визу аннулировать и не пустить его. И все то, что вот говорят, вернитесь в Россию и свергайте Путина, так и сказать Чубайсу. А вот вы конкретно, Анатолий Борисович, возвращайтесь в Россию и свергайте Путина. А если у вас не здоровится, так вы в районную поликлинику сходите. Вашими стараниями больница медицина в России сами знаете какая. Что же вы, как война, так и молча уехали. Вот если бы он выступил и хотя бы коротенько в соцсетях опубликовал какое-нибудь самое простое сообщение, что я не поддерживаю, не разделяю, считаю для себя невозможным там, значит, вот находиться и так далее. Этого бы, да, многие бы сказали, недостаточно, мало кается, плохо. Да, можно было бы обсуждать степень, так сказать. Но он бы мог уже сказать, знаете, я вот сказал, я уехал, потому что вот не разделяю. Он уже ничего вообще не сказал. Это неправильно. Это неправильно, и таких людей, к сожалению, очень много. А как вы считаете, что случилось с Чубайсом? Ну, я не знаю, я думаю, что он просто заболел, и он уже не молодой человек, и это точно абсолютно было, конечно же, никакое не отравление, потому что, и, во-первых, если бы это было отравление, я думаю, что кому надо, обследовали его в больнице, если бы там были следы отравления, это был бы огромный общеевропейский скандал. Сомневаюсь, что кому-то сейчас в Европе выгодно покрывать факт отравления и оставлять его без внимания. Следовательно, ничего там не было, просто немолодому человеку стало нехорошо. Его подлечили в больничке и отправили домой. Вот что произошло с Анатолием Борисовичем Чубайсом, как я себе это вижу. Про Трампа еще спрашивают. Там обыск, задержание, нашли секретные документы. Появились разговоры о том, что, возможно, это каким-то образом связано с российской властью. Я думаю, что это тоже иллюзия, что все в мире происходит исключительно в рамках, так сказать, событий в Украине, войны в Украине и российской власти. Я думаю, что это происходит в рамках американской власти, потому что Трамп собирается участвовать в следующих президентских выборах в США. У него есть много сторонников, к сожалению. Байден, прямо сказать, тоже так себе.
«Орел». Тяжело будет ему на выборах. Поэтому вполне логично, что противники Трампа, они пытаются его сбить на дальних подступах, чтобы он ни в каких выборах не участвовал. Я думаю, что здесь вот с этим все связано, а никак не с российскими властями, с американской предвыборной борьбой. Вот я во всяком случае с этим связываю. Ну что ж, спасибо вам, Федор Крашенинников, политолог. Еще раз призываю всех подписываться на канал Федора в Ютубе. Мы повесим ссылку в описании к этому стриму, потом уже к отдельному интервью, когда оно выйдет на нашем канале. Спасибо, Федор Крашенинников, за то, что нашли время и вышли в наш эфир сегодня. Вам спасибо, до свидания. Да, мы продолжаем наш стрим. Пишите, комментируйте, участвуйте в нашем эфире. И также можете к нам присоединяться. Я сейчас попрошу нашего режиссера связаться по скайпу с нашим следующим гостем. Денис Малинин, автор YouTube-канала «Бюро из Нью-Йорка», выйдет с нами на прямую связь. Скайп я, кстати, скинул в чат, это я уже режиссеру подсказываю. Все у нас происходит вот так. Вы являетесь свидетелем того, как мы договариваемся и как мы выводим. Вы, кстати, присоединяйтесь. Ставьте лайки, не забывайте это делать. Лайки – это важно, они помогают YouTube нас активнее рекомендовать. Так что, если у вас есть возможность поставить, поставьте. Ну и, конечно, поддерживайте канал донатами. Это тоже нам очень и очень помогает. Ну и так, еще как раз я вижу, что у нас должна быть связь. Надеюсь, что она сейчас появится. Хотелось бы поговорить и о Дональде Трампе, потому что там разворачивается определенный события вокруг бывшего президента Соединенных Штатов Америки, обыски, секретные документы. Вообще история очень кинематографическая. Ну, попробуем узнать из первых рук, что, собственно, там сейчас происходит. Ну и пишите, комментируйте и высказывайтесь в нашем эфире. Вадим, неужели после скандала с тайными материалами у Трампа будет шанс идти на выборы, а не в тюрьму, спрашивает наша зрительница Натали. Ну вот спросим у нашего следующего эксперта. Надеюсь, он к нам присоединится. Да, еще Никита Малинин. Нет, не будет у нас Никита Малинина, не пугайтесь. Денис Малинин, автор YouTube-канала «Бюро из Нью-Йорка». Он никак не связан с известным российским исполнителем, так что никого не хотим этим напугать. А наш коллег-журналист, собственно, он делал сюжет о Трампе, о обысках, и он нам расскажет непосредственно, что там происходит сейчас. Ставьте лайки, поддерживайте канал донатами, это важно, так что, если у вас есть возможность, присоединяйтесь к нам. Ну вот, пока у нас нет связи, да, я сейчас, ну, я надеюсь, что мы ее наладим. Я сейчас напишу нашему гостю. Да, есть связь у нас, да, все в процессе, так что Денис, возможно, к нам выйдет в ближайшие минуты. Ну и вы, конечно, тоже пишите и задавайте свои вопросы. Можете это делать в том числе и с помощью тех платформ, которые я перечислил в аудиоформате: WhatsApp, Viber, Telegram, телефон. В общем, просто дозванивайтесь и спрашивайте. Тем временем вижу, да, тут наши зрители благодарят за гостей. Не было ли у вас возможности поговорить с Глуховским? Как-то он выпал из информационного поля. Но мы пытались с ним договориться, пока не получилось, честно скажу. То есть долго шли переговоры, он вроде соглашался, потом исчезал, потом снова соглашался, потом снова исчезал. Но вот пока мы еще не договорились. Надеемся, что договоримся. Вообще, нам бы очень хотелось с ним переговорить. Ну, как получится, да, это в конце концов тоже такой процесс, когда ты не знаешь, к какому результату ты придешь, да. Гости разные, у всех свои дела, свои планы, и это... Если человек соглашается, то он нам делает в каком-то смысле одолжение, да, то есть он нам ничего не должен. Вот если он соглашается, мы его благодарим за это, естественно, потому что это его время, мы не платим никому из гостей, да, и это его время, его силы, его ресурсы, в конце концов, которые он вот нам таким образом передает. Поэтому мы благодарны всем нашим гостям, которые соглашаются. Есть ли у нас связь? Да, Денис Малинин из Нью-Йорка, YouTube-канал «Бюро». Кстати, всем рекомендуем подписываться на YouTube-канал Дениса. И да, так что подписывайтесь. Да, здравствуйте, привет. Денис. Добрый вечер, доброе утро. Да, если у нас звук, я как-то плохо слышу. Но, надеюсь, что все хорошо. Ну, давайте попробуем поговорить, потому что как-то прерывисто доходит из Нью-Йорка сигнал. Мы говорим о Трампе и о том, что произошло с Дональдом Трампом, обыски. Все это очень кинематографично выглядит. Вот что вам известно, что происходит с бывшим президентом США? Да, нет у нас, к сожалению, звука.
Не знаю почему. Давайте мы попробуем вам перезвонить, и еще раз я задам свой вопрос. Какие-то проблемы, связанные с получением сигнала. Пишите, комментируйте, рассказывайте, высказывайте. Телефон, WhatsApp, Viber и Telegram, опять же, повторюсь, доступны, поэтому можно до нас дозваниваться и задавать свои вопросы. Пишут, Вадим, 11 папок разной секретности, что он предполагал с ними делать, и его ответ по ошибке взял. Кто этому поверит? Ну вот спросим, я надеюсь, что спросим мы у Дениса о том, что там происходит. Видите, как с Нью-Йорком сегодня связь барахлит. Ну да, попытка номер два. Денис, как слышно? Никак не слышно. Не можем мы принять сигнал, к сожалению. Давайте, может быть, попробуем через Telegram или через WhatsApp. Сейчас наш продюсер с вами свяжется и попробует все это разрулить по ходу дела. Да, сейчас надеюсь, что продюсер это сделает, а я передам продюсеру все координаты. Пишите, комментируйте. Ну, а мы пока, я думаю, что поставим фрагмент интервью Дмитрия Орешкина, которое он сегодня дал нам в рамках программы «Орешкин и Шаблинский». Давайте поговорим. Это связано с санкциями, с экономической ситуацией в России. Сейчас мы представим этот фрагмент вашему вниманию. Потому смотрите, что сейчас всколыхнуло это и соцсети. Я вижу, что пишут знакомые, которые из России как-то все-таки после 24 февраля ездили, могли выехать. Сейчас это гораздо сложнее, чем раньше, но тем не менее возможность оставалась. Вот сейчас рассматривается вопрос об полном прекращении выдачи туристических виз. Вот как вы считаете, насколько это серьезная санкция? Ну, мне кажется, эта санкция не серьезная. У меня к этому решению отношение плохое, потому что оно неэффективное, это решение, прежде всего. Но я понимаю, откуда оно растет. И вызывает у людей нормальное человеческое раздражение. Русские войска убивают украинских стариков, женщин, детей, не говоря уже про военных. А в то же время русские туристы гуляют по Европе. Хочется их прищучить. Эмоционально это понятно. Но мне батюшка покойник говорил, что всегда есть два соблазна. Или сорвать зло, или решить проблему. Вот я боюсь, что это называется сорвать зло. Потому что, во-первых, визами интересуются примерно 20-25% населения, у которых есть иностранные паспорты. Потому что у 80% или у 75% нет иностранных паспортов, и, хотите, виза не колышет. И именно эта часть, большинство, как раз Путина и поддерживает. А против Путина это в основном продвинутые люди, молодые люди, образованные люди и состоятельные люди. Хотя среди них тоже есть много тех, кто за Путина. Таким образом, наносится удар по потенциальным сторонникам. Второе, значит, люди из России приезжают с визами не просто так, а с деньгами. Значит, они выносят деньги из России в Европу, вкладывают в ту же самую латвийскую, скажем, экономику. Сходишь в ресторан, заплатил счет, какой-то процент идет в государственную налоговую службу. Если не пустить русских, ну, оно приятно, да, ну, всегда приятно кому-то дать по морде. Но этот человек поедет в Турцию, поедет в Египет, оставит деньги там. Или он поедет внутри страны отдыхать там, на Байкал. Ну, и отлично, пусть едет, но в таком случае он поддерживает свою экономику и платит деньги путинскому режиму. Рассчитывать на то, что он возмутится и скажет, что надо свергать этот кровавый режим, абсолютно безосновательная идея, скорее навидится на Европу. Ну, еще одно очень простое соображение. Каждая поездка в Европу наносит ущерб путинскому режиму, потому что люди сравнивают. Они понимают, значит, что вот там живут люди хорошо, а у нас почему-то сортир в огороде, канализации нет. И в этом смысле реальные поездки по миру для многих людей становится противоядием против тупой пропаганды. А сейчас, конечно, эта тупая советская пропаганда скажет, ну вот мы же вам говорили про русофобию. Ну вот, пожалуйста, получайте. Чистая, дистиллированная русофобия. Последний резон, по которому мне это не нравится, я ни в коей мере не предписываю там Эстонии, Латвии или каким-то другим странам, как им вести себя. Я просто высказываю свою точку зрения.
опять же говорю, что понимаю раздражение накопившееся, но думаю, что его надо было бы реализовывать по другим направлениям. Ну, в частности, например, та же самая Европа гораздо более болезненный удар нанесла бы по Путину, всерьез ограничив нефтяной экспорт. Но она не может этого сделать, потому что она боится подвести своих избирателей, потому что они не проголосовали против них на следующих выборах и так далее. И Путин на это рассчитывает. А что касается виз, ну, мне кажется, что помимо всего прочего, это разрушает, ну, или, во всяком случае, наносит ущерб представление в России о Европе как о правовом пространстве. Потому, вот здесь, наверное, лучше меня скажет Илья Георгиевич. Но фишка вот в чем. Принцип индивидуальной ответственности отличает варварство, вернее, цивилизацию от варварства. А варварство отличается как раз коллективной ответственностью. Вот вам, мы знаем товарища Соловьева, да, пропагандиста. Рубашечка. У него независимый, ну, там, вид, как вид на жительство или что-то, я не знаю, в Италии. Ну, вот, пожалуйста, разберитесь с ним в индивидуальном порядке. Вы знаете про Скобеева, вы знаете про тех, про пятых и десятых. Нет. Гораздо проще и, опять же, наверное, выигрышнее с точки зрения популизма дать всем русским по мордам. Вот всем. И мне, и Илье. Я персонально не в обиде, опять же. Ничего страшного, бывало и хуже. Но это откат к тому, чего хотел бы Путин. Путин же выстраивает эту картинку. Вот есть мы, русские, и нас все обижают там. Поэтому надо сосредоточиться и им нанести удар. Неправильно. Вот это неправильно. Позиция неправильна. И путинская позиция неправильна, и реакция на нее, поскольку она симметричная, тоже неправильная. Наоборот, должна быть индивидуальный подход. Если бы... И, кстати говоря, плохо, что это говорит Зеленский, потому что он весной говорил: выезжайте из России, мы вас примем, поддержим и так далее. Сейчас он говорит: нет, не будем вас выпускать. Те, кто приехали, поверили, оказываются из-за этого в дураках. Тоже не лучший вариант для Зеленского. Так что я думаю, это признак, в общем-то, того, что зла накопилось, ответить нечем. Ну, было бы чем всерьез ответить, отрубили бы нефть. Это было гораздо более болезненно для Путина. А тут это, мне кажется, это самообман. Мы вот накажем их, пусть им будет хуже. Ну да, им будет хуже. А нефть продолжим качать. Нефть будем покупать, а куда денешься? Да, мы продолжаем. Сейчас снова попробуем связаться с Нью-Йорком, журналистом Денисом Малининым, автором YouTube-канала «Бюро». Поговорим о том, что происходит с Трампом. Надеемся, что связь нас не подведет. Сейчас наш режиссер постарается ее обеспечить. Слышно ли меня сейчас? Да, Денис, мы вас слышим. Отлично. Все проблемы устранены, и поэтому я думаю, что мы можем с вами спокойно обсудить то, что происходит с Дональдом Трампом. Расскажите о ситуации. Что за история и к чему все это может привести? Итак, неделю эта история продолжается. Собственно, обыски провело ФБР в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. Это официальный его гольф-клуб, который официально считается его местом жительства, его адресом. А туда улетел Дональд Трамп из Белого дома 20 января 2021 года, не дожидаясь инаугурации, да, Джо Байдена. Вся эта история, ну, сначала непонятно было, из-за чего ФБР, собственно, проводит обыски, но уже начали сразу говорить о том, что, скорее всего, это связано с тем, что Дональд Трамп хранил у себя дома секретные документы, которые он увез из Белого дома. Но, собственно, это, судя по всему, и подтверждается. Итак, что известно? Дома у Трампа в течение целого дня шел обыск, все перевернули сотрудники ФБР, нашли несколько десятков коробок, в том числе в этих коробках были секретные документы, в том числе, как вот сейчас пишут, да, СМИ, там были документы высшей секретности, которые помечены грифом «Top Secret», которые должны по закону храниться только в госучреждениях, их нельзя выносить из этих госучреждений, с ними можно знакомиться только когда ты находишься в специальных отведенных комнатах под охраной. То есть это не те бумаги, которые можно просто погрузить в коробку и на память или для каких-то других целей увезти к себе домой в Мар-а-Лаго. Хотя, например,
Те же самые консервативные сторонники Дональда Трампа, например, на телеканале Fox News говорят о том, что Трамп ничего не нарушил. Он предупредил о том, что он увозит эти документы. Он предупредил о том, что документы находятся под охраной. Там сотрудники Secret Service стоят около этих хранилищ, где Дональд Трамп держал вот эти документы. Но так или иначе, сегодня, например, New York Times сообщил новые подробности. Выясняется, что еще весной этого года архивная служба США, которая курирует всю эту процедуру хранения, да, документов, она просила у Трампа, мирно просила, по-доброму просила вернуть эти документы, потому что, может быть, он забыл или не понял. Дональд Трамп в политике, как мы знаем, не очень опытный человек, поэтому вот попросили верните. Трамп отказался. Потом вот выяснилось сегодня, что ФБР уже через адвокатов Трампа еще раз просила вернуть эти документы. И что самое интересное, как сегодня выяснили журналисты New York Times, в июне адвокаты Трампа подписали документ, в котором заявили, что все секретные документы, в общем, все документы, которые нужно было вернуть государству, государство вернули. И вот только после того, когда выяснилось, что документы все-таки не вернули, ФБР пошло на крайние меры и провело обыск. Эта история, на самом деле, беспрецедентная. Никогда еще в американской истории дома у бывшего главы государства не проводили обыск. То есть это даже не допрос, когда, ну, бывает такое, да, что бывшего президента, бывшего высокопоставленного чиновника вызывают на дачу показаний в Конгресс или ФБР или так далее. Но чтобы проводить дома обыск, эта история просто, ну, впервые в американской истории происходит. Конечно, сторонники Трампа критикуют ФБР за это, критикуют Министерство юстиции, говорят, что это превышение полномочий, что это такая попытка демократов, которые сейчас контролируют, да, всю администрацию, помешать Трампу участвовать в выборах, что они пытаются его любыми способами не допустить до участия в выборах. Но, судя по всему, все-таки здесь история гораздо серьезнее, потому что, во-первых, судя по тем данным, которые мы сейчас знаем, действительно дома у Трампа хранились секретные документы, и даже говорят о том, что эти документы относились к ядерному оружию, и, судя по всему, уже по тем данным, которые опубликованы, дело против Трампа идет в том числе по статье о шпионаже. То есть это такая достаточно серьезная история. В отличие, например, от тех дел, которые идут здесь, в Нью-Йорке, да, одно дело. Это вообще гражданское дело, да, связанное с финансовыми какими-то нарушениями, которые допускала организация Трампа, да, то есть там ему грозит, в принципе, штраф. Есть несколько уголовных дел, но там ему грозит условно несколько лет тюрьмы. Но самое интересное, что даже и в самом худшем случае, если Трамп условно сядет в тюрьму, если его признают, например, в ближайшее время виновным, посадят в тюрьму, то даже в этом случае по закону он имеет право выдвигаться в президенты. Потому что американская конституция предусматривает, что если ты можешь выдвигаться в президенты, если ты родился в США, а если тебе больше 35 лет, и если ты последние 14 лет живешь на территории США, больше никаких ограничений в принципе нет. То есть нет ограничений, что не можешь, если у тебя есть судимость, ты не можешь выдвигаться в президенты, если ты вообще в принципе в тюрьме сидишь, ты не можешь выдвигаться в президенты. Даже есть несколько прецедентов в американской истории, да, когда люди из тюрьмы участвовали в предвыборах, да, в избирательной кампании. И у Трампа на самом деле есть шансы, потому что у него серьезная такая армия поклонников, армия сторонников. И если сейчас у демократов шансы победить, например, сохранить контроль над Конгрессом не очень, мягко говоря, хорошие, да, ну, многие аналитики предвигают, что демократы потеряют сейчас на промежуточных выборах Конгресс и Сенат, скорее всего, то у Трампа и у республиканцев шансы очень большие, и у Трампа, у самого большая поддержка, в том числе, например, среди русскоязычных жителей Соединенных Штатов, здесь, в Нью-Йорке, например, во Флориде, в Калифорнии, например, поэтому у Трампа, конечно, сейчас вот эти вся эта история, она, с одной стороны, конечно, среди его противников, да, среди его оппонентов, она его вроде как портит его, в их глазах его. Но сторонников вряд ли. Вот даже вот эта история, даже эти расследования, у него слишком преданный такой электорат, и ничто не помешает Трампу снова заручиться поддержкой вот этих вот десятков миллионов сторонников. А я хотел как раз тему шпионажа, чтобы вы подробнее об этом рассказали. Есть ли пресловутый русский след в этой истории? Обсуждается ли он? На кого потенциально мог шпионить Дональд Трамп? Вот что говорят об этом?
Ну, само по себе тут нет сейчас у нас каких-то конкретных фактов, да, потому что так как следствие еще идет, и документы ФБР, они до сих пор, ну, что называется, засекречены, да, они там запечатаны, такая юридическая процедура, да, и только под давлением сейчас общества, под давлением прессы судья разрешил рассекретить вот этот ордер на обыск. Но на самом деле там в нем ничего нет. Там есть просто несколько статей, по которым, собственно, возбуждено дело, да, на основании чего пришли сотрудники ФБР, среди прочего, там вот это дело о шпионаже. И список изъятых вещей. Ну, там просто коробки с документами, да, коробка номер 1, 2, 3, 4 и так далее. Нет никакой конкретики о том, что именно за шпионаж может быть предъявлен Дональду Трампу. Но мы знаем, что, например, на той же самой вилле, да, в той резиденции в Мар-а-Лаго, Трамп встречался, во-первых, с премьером Японии Синдзо Абе, а во-вторых, с председателем КНР Си Цзиньпинем. И если с первым вроде у Америки отношения неплохие, то отношения Трампа и Си Цзиньпиня, Трампа и Китая, это, в принципе, такая история достаточно противоречивая. Потому что, с одной стороны, если мы отмотаем чуть-чуть назад, то мы вспомним, что один из главных пунктов выборной кампании Трампа в 2016 году — это противостояние с Китаем. Он слово «Китай» использовал чаще, чем вообще любое другое слово в своей предвыборной кампании. Он развязал, собственно, торговую войну. Там были противостояния с компанией Huawei. Там был обмен всевозможными тарифами, тарифными какими-то ограничениями, которые вводил Трамп все это время. Но на самом деле трудно пока оценить, действительно ли мог, например, Трамп передавать какие-то секреты Китаю, например. Что мы знаем? Что, например, когда Сергей Лавров, это уже публичная история, да, об этом писала, опять же, американская пресса, когда Сергей Лавров вместе с тогда, в тот момент, послом России в США Сергеем Кисляком были в Белом доме, Трамп передал секретные документы Сергею Лаврову, рассекретил имена нескольких сотрудников ЦРУ. Там дело касалось Израиля, но сам факт этого, да, он уже публичен, что Дональд Трамп, являясь президентом стране, с которой уже в тот момент были, мягко говоря, не очень отношения, да, ну только у Трампа были хорошие отношения с Россией, с Владимиром Путиным, да, у большей части Америки были отношения так себе. И вот Трамп тогда передал, например, рассекретил часть документов, которые не должен был рассекречивать. И тогда было целое расследование разведсообщества, когда сотрудники нескольких разведслужб давали показания, говорили о том, что то, что сделал Дональд Трамп, это, ну, мягко говоря, угрожает, потому что фактически Россия и спецслужбы России получили имена людей, которые работают под прикрытием в других странах. Это, конечно, ставит под угрозу американских граждан. И почему это допустил Дональд Трамп, это до сих пор остается вопрос таким открытым. Но на самом деле совсем не факт, что по этому поводу, например, пришли сотрудники ФБР. Да? Вполне возможно, что есть и другие какие-то вещи, которых мы узнаем, скорее всего, в ближайшее время. Потому что, в принципе, вся эта история пребывания Трампа в Белом доме, да, уже 2 года, почти 1.5 года он уже не там, но, в принципе, с самого начала его пребывания в Белом доме это один такой сплошной какой-то детектив, это одно сплошное расследование. Russiagate, попытки кого-то на что-то повлиять, попытки на что-то вмешаться, Трамп, который кому-то что-то передает, говорит, его окружение, которое занимается какими-то неблаговидными вещами, это вымогательство якобы или оплата денег вот этой вот порноактрисе, да, которую адвокаты Трампа организовывали. Потом выясняется, что и адвокаты Трампа не очень честны, да, Майкл Коэн и другие люди. В общем, вся история Трампа, президентство Трампа, это один сплошной такой большой закрученный детектив, у которого есть несколько таких ответвлений. Многие люди, которые работали с Трампом, уже либо сидят, либо находятся под следствием, либо даже уже отсидели. В том числе, например, Роджер Стоун, один из известнейших американских политтехнологов, который еще при Рейгане работал, он тоже достаточно много уже здесь за последние годы перенес общение со следствием, да, и с правоохранительными органами американскими. Но так или иначе, пока Трамп каких-то конкретных ощутимых результатов вот этого давления не понес. То есть, да, идет какое-то следствие, но пока каких-то серьезных подвижек здесь в этом смысле нет. Поэтому говорить о том, о каком конкретно шпионаже пока... Ну, я надеюсь, что в ближайшее время все это будет как-то более-менее конкретную информацию мы узнаем, потому что со стороны той же самой либеральной прессы, да, New York Times,
Wall Street Journal, CNN, там работает серьезная команда юристов у этих компаний. Они пользуются законом об открытой информации, да, когда медиакомпания может через суд затребовать, рассекретить какие-то документы для того, чтобы понять, что происходит. Да. И если судья считает, что да, действительно общество имеет право знать о том, что за следствие идет против Трампа, что у него вообще там на него есть, вполне возможно, что часть из этих документов будут рассекречены и опубликованы. Да, так уже бывало и не раз. И, возможно, действительно что-то мы узнаем интересное. Тут, опять же, нужно понимать, что сейчас в Америке предвыборный год, ну, год выборов, да, и все, что сейчас происходит, особенно в ближайшие вот месяцы, да, нужно воспринимать это так под углом таким в контексте избирательной кампании, да, потому что любое такое громкое решение, любое политическое какое-то движение, оно так или иначе будет играть либо на демократов, либо на республиканцев, либо против демократов, либо против республиканцев. И это тоже само по себе часто является предметом такой критики, потому что насколько своевременно вот сейчас именно проводить обыск у Трампа, да? Потому что в свое время, если мы вспомним, в 2016 году, когда за пару недель до выборов внезапно ФБР решило проверить, возбудить снова уголовное дело против Хиллари Клинтон, у нее резко обвалился рейтинг, и демократы до сих пор считают, что именно то уголовное дело, которое закончилось ничем, привело к тому, что победил в итоге в 2016 году Дональд Трамп. Но вот тут, опять же, стоит, видимо, ждать просто каких-то подробностей, которые мы по этому делу узнаем. Ну что ж, спасибо, Денис. Денис Малинин, автор YouTube-канала «Бюро» из Нью-Йорка, был с нами на прямой связи. Подписывайтесь на YouTube-канал «Бюро», его просто найти, просто в поиске напишите, и я думаю, что сможете сразу подписаться. Спасибо вам и всего доброго. Счастливо. Мы продолжаем наш стрим. Пишите, комментируйте, участвуйте. И еще хотим представить вашему вниманию нарезку мнений, нарезку салата. Ну, там разные мнения, мы обобщили, о охранниках Владимира Путина. Давайте сейчас поставим этот фрагмент в эфир и послушаем, что говорили гости Грэма по этому поводу. Вы говорили, что только два фактора могут политический режим в России в данном случае сменить. Это либо смерть диктатора, или же вы называете это полное военное поражение, в частности, в Украине. Вот какой из них, на ваш взгляд, более реален в данной ситуации? Ну, опять-таки, понимаете, когда мы рассматриваем вероятности, то надо опираться на какие-то серьезные данные. Что касается вероятности смерти Путина, то я не являюсь лечащим врачом Путина, слава тебе Господи, и поэтому не знаю, значит, как там все слухи о плохом его состоянии здоровья, это там самый пиар отдельных блогеров, которые таким образом набирают популярность себе. Вот. Выглядит он вроде неплохо для своего возраста, поэтому сказать, когда он умрет, я не решаюсь. Значит, скорее всего, эта опция в ближайшее время не очень вероятна. А вот что касается военного поражения, то оно вполне возможно. Тем более здесь вопрос, на который категорически прямо ответить нельзя. Что такое военное поражение? Ну, например, освобождение, то, с чего мы начали нашу беседу, освобождение, скажем, например, Херсонской области. Это то поражение, которое может привести к краху режима или еще нет? Но это серьезное поражение, потому что это будет воспринято как эффект такой «Акела промахнулся», когда, в общем-то, свои же собственные шакалы начнут его рвать. Значит, другая ситуация – это отбрасывание, значит, российских оккупантов на границу 24 февраля. Третья ситуация – это отбрасывание на границу 91 года, что, с моей точки зрения, крайне маловероятно, ну, просто в силу, так сказать, ну, в ближайшее время. То есть когда-нибудь это произойдет, но явно не самое ближайшее время. То есть на самом деле, как мне представляется, поражение может быть даже, вот этот эффект начала обрушения путинского режима может осуществиться после освобождения Херсонской области, не случайно. Это чувствует, режим это чувствует, понимает, что такое поражение скрыть невозможно и, в общем, пойдет, так сказать, ну, что называется, такой вот шепоток, в том числе и не только в населении, но и в коридорах власти, что, в общем-то, оказался наш отец и так далее. Все по песне
известной песни. Значит, поэтому я думаю, что вот все-таки опция военного поражения, она более вероятна. И в той или иной степени, там вопрос когда, это поражение, с моей точки зрения, неизбежно. История с семьей Ганди, она может повториться в другой стране, а не в нашей, где есть различные, где у людей есть какие-то верования, стержни, там, и так далее. Здесь те, кто отобраны в ближайший круг, и второй круг, и третий круг, и четвертый, и пятый круг охраны Путина, они выбираются, исходя из предельной преданности вождю. То есть исключений там просто быть не может, как я понимаю. Исключений быть не может. Вопрос из Телеграма спрашивают, неужели никого в окружении, неужели не было никого в окружении Путина, кто мог бы его остановить? Потому что вот накануне войны как раз появился генерал Ивашов, выступил с открытым письмом, мол, не надо, не готовы, все будет плохо, катастрофично и так далее. Его относят к ястребам, в прошлом ястребам генштаба, но он вот так выступал. Почему Путину позволили, как вы считаете, начать эту историю? Ведь есть предположение, что многие в его окружении этого не хотели на самом деле. Ну, ситуация с Ивашовым же была потом исследована достаточно подробно, и стало понятно, что его использовали сами генштабовцы для того, чтобы, так сказать, предупредить всех, но в первую очередь Путина, о том, что к этой войне не готовы, и что она ошибочна. Вот. Я не знаю, понимает ли это Путин, но поскольку он начальника генштаба не поменял, то, наверное, или не понимает, или ему это все равно. Вот, с другой стороны, понимаете, абсолютно диктаторская власть, абсолютно неограниченные полномочия. Если он хочет воевать, то кто может ему перечить? Ну, я не знаю. То есть в рамках дискуссии, наверное, он может слушать своих ближайших друзей, типа там Ковальчука какого-нибудь. Вот. А у остальных и на это мозгов не хватит. Там ни у Ротенбергов, ни у Сеченых, не у Тимченков. Вот. Нет действительно таких людей, с которыми бы он мог это обсуждать. Более того, вокруг него много ястребов. Например, Шойгу всегда подводится под ястреба. Недаром он там год или сколько провел с ним в Ханты-Мансийских этих... Не в Ханты-Мансийских, а в... Где же это было-то? Ну, в общем, в походах в тайгу. Выпал у меня регион, извините. Вот, а, так сказать, много раз показывали, как они выезжают, там, видимо, войну обсуждали. Вот, в его окружении есть такой человек, как Пригожин, который готов убить все, что шевелится, включая беременных женщин и детей. Вот, в его окружении есть такой человек, как Кадыров, который ненавидит все живое и готов, так сказать, стрелять в кого угодно и убивать. Золотов, вот, такая обезьяна, которая исполняет любые поручения Путина, только мигни глазом. Вот, поэтому сам он по себе человек, который любит насилие и получает от этого удовольствие. Поэтому я не представляю, кто бы мог бы его или отговорить, или остановить, если честно. Нету человека, у которого есть такие возможности или полномочия. Тем более, что мы говорим все-таки о человеке психопатического типа, который, если уж загорелся этой идеей, то он должен ее осуществить. А что касается крупного бизнеса и людей, которых называли олигархами, называют, может быть, по привычке, потому что от классического определения, судя по всему, мало что осталось, но, опять же, Олег Дерипаску нередко упоминают в контексте того, что он явно демонстрировал свое неодобрение, это было видно на различных мероприятиях. У очень богатых людей, представителей крупного бизнеса, вообще уже нет рычагов влияния на власть, на Кремль? А никогда и не было после дела ЮКС, они все построились и стали кошельками этого Путина и его окружения, ну, в первую очередь, естественно, Путина, потому что казна его, ну, или общак. Вот, и, так сказать, они все исключительно выполняли роль этих самых кошельков на ножках, но их мнение, возможно, в разговоре ему было интересно о чем-то, о ком-то, но вообще Путин любит негативные мнения собирать о других, поэтому я не знаю, там обращались они к нему с каким-то конструктивом, но уж точно, что говорить с ними о войне, политике там и о своих замыслах он не будет, это наверняка.
в текущей жизни, в кадрах, там, во влиянии на ФСБ, на правительство, да, там, они имели определенную свою нарезку. Это Усманову, это Дерипаски, это там Фридман Авину, это тому-то, тем, вот, за это и пострадали от санкций. Вот, но мнение их, нет, он очень дистанцировался сразу и в политику никого не пускал. Вот про неповиновение вы сказали, и я вспоминаю, вот вчера в нашем эфире был Георгий Сатаров, который, как раз отвечая на один из вопросов, не исключил, что и среди даже самых близких в физическом смысле людей, это охранники Владимира Путина, могут быть те, кто к нему не лоялен. Ну, по крайней мере, или окажется нелояльным в контексте там, той или иной обстановки, скажем, в генералитете, о чем вы сейчас говорите. Вот вообще, насколько известно о том, кто рядом с Путиным в физическом смысле, и как, что вы думаете по этому поводу? Насколько вот велика вероятность, что они могут оказаться нелояльны в какой-то момент? Ну, смотрите, среди тех, кто окружает Путина в физическом смысле, среди этих ФСОшников, я бы нелояльность ожидал в последнюю очередь. Среди генералов, среди полковников, вот там их выше крыши. Они там люди с собственными, понимаете, интересами, бизнес-интересами, политическими интересами. Они свою лояльность к Путину никогда не воспринимали как высшую ценность, что ли, как императив такой, да. То есть они знали, что таковы правила игры. Будь лояльным Путину, да, выполняя его поручения, и тогда у тебя окажется достаточно свободного времени, сил, полномочий для того, чтобы еще и бизнес для себя организовать, гешефт какой-нибудь, да. И, соответственно, ну, они вот в рамках вот этого всего, так сказать, действовали, да. А поскольку бизнес теперь под угрозой из-за Путина, да, то они уже не очень лояльны по отношению к Путину. Другое дело, рискнут выступить или нет, непонятно, но они не лояльны Путину. А те, кто непосредственно вокруг него, у них никогда не было других интересов, помимо служения вот ему самому, понимаете? Путин, вы же, ну, все обращали внимание, что он несколько своих вот личных охранников повышал, да, назначил там двух человек губернаторами, даже трех, ну, четверых в Калининград, Тула, Ярославль и Астрахань. Значит, двое оказались совсем неудачными, и, слушайте, я могу ошибаться за давностью лет уже, по-моему, Калининградский все-таки он был чекистом, он не был ФСОшником. Ну, в общем, как минимум трое, да, были ФСОшников. Один оказался совсем неудачно, его с Астрахани сняли, но двое остались губернаторами. И вот новый министр МЧС. Да, Путин для чего это делает? Не потому, что у него там совсем вообще никого рядом не осталось. Нет, он как раз поощряет вот лояльность вот этой своей личной гвардии. То есть они должны видеть, что просто вот верно носи за ним зонтик, так сказать, рискуй своей жизнью ради него, там, если понадобится, и все у тебя будет хорошо вообще. Он-то, ну, вот видите, как он нас-то ценит, он нас любит, он нас привечает. Да, поэтому вот среди этих людей не исключаю, конечно, ничего, потому что у них тоже есть семьи, у них тоже есть айфоны, тоже есть разные телеграм-каналы, они что-то там читают, да. Полностью исключает протестов в ситуации, когда режим совершает, ну, совершенно контрпродуктивные действия, ведет совершенно такую контрпродуктивную политику, да, исключать протесты нельзя нигде, в том числе и в самом ближнем окружении. Но все-таки, повторюсь, вот в этой среде я оппозиционность, значит, предвижу в последнюю очередь. То есть в гораздо большей степени она возможна в кругах бизнес-элит, правительства, значит, регионалы, в администрации президента, в силовых структурах ФСБ, в Следственном комитете, в МВД, в СВР, вот, ФСО в последнюю очередь. Спрашивает вас Анна про охранников Путина. Есть ли вероятность, что кто-то из них окажется нелояльным своему хозяину и своему руководителю? Ну, этого исключать нельзя. Я напомню, ну, например, историю с Горбачевым, когда руководитель его охраны оказался среди чекистов, среди тех, кто устраивал его блокаду в Форосе, или Форосик, там как-то. Ну, вот, скорее Форос, если по-гречески произносить. Вот.
Поэтому тут ничего нельзя исключить. Абсолютно. Ну что, мы переходим к интерактивной части нашего сегодняшнего эфира. Это значит, что все гости сказали все, что хотели сказать. Было эмоционально, были весьма такие необычные выпады, ну и заявления. В общем, если не смотрели, можете пересмотреть, отмотать этот стрим. Потом мы отдельно эти видео зальем на наш канал. Глеб Павловский, Ольга Романова сегодня были гостями. Также мы поговорили с Федором Крашенинником и Денисом Малининым. Обсудили и ситуацию в России, в Украине, в Соединенных Штатах, даже коснулись Дональда Трампа и обысков в его гольф-клубе, который также является его домом. Ну что, это значит, что теперь мы можем просто пообщаться, поэтому присоединяйтесь, пишите, я могу даже микрофон как-то подвинуть, расслабиться, знаете, как гости свое отговорили, можем теперь как-то спокойнее провести оставшиеся в эфире минуты. Поэтому пишите, комментируйте, рассказывайте, высказывайтесь, принимайте участие в нашем сегодняшнем интерактивном эфире, ставьте лайки, сейчас 1300, давайте дойдем до 1500, я думаю, нам это под силу. Также, конечно, вы можете поддержать канал донатами, это важно, правда, для нашей работы, поэтому, если есть такая возможность, возможно, совпадает с желаниями, то милости просим. Значок доллара внизу под нашим стримом. Как раз он сразу заметит. Ну и еще я хотел бы вам предложить сегодня подписаться на наш Телеграм, потому что я сейчас даже посмотрю, у нас до 14 тысяч, многострадальных 14 тысяч, осталось всего 87 подписчиков. Вот если вы прямо сейчас начнете подписываться, у нас более 2500 человек в моменте, то я думаю, что мы могли бы очень быстро это красиво цифру достичь. Поэтому, если кому не сложно, подпишитесь на Телеграм. Ссылка, опять же, повторюсь, есть в описании нашего стрима. Также есть сверху, закреплена у нас в чате. Ну и давайте еще раз ее продублируем. Я сейчас это сделаю прямо из эфира. И если вы подпишетесь на нас прямо сейчас, не сочтите за труд, поставьте плюсик в чате и сразу увидим, сколько к нам присоединится вот непосредственно после этих моих слов. Для нас это важно. Важно, чтобы Telegram развивался. Важно, чтобы вы присоединялись еще и к этой платформе. И, кстати, сегодня у нас красивая цифра подписчиков в YouTube. 370 тысяч мы преодолели. Очередной 10-тысячный рубеж, и, соответственно, близимся уже к 400 тысячам. Я думаю, что достигнем их в ближайшие месяцы, а может быть, в ближайший месяц, как пойдет, конечно, но вы тоже там обязательно подписывайтесь, если еще на нас не подписали. И не забывайте про колокольчик, про уведомления, чтобы вам приходили уведомления о наших стримах. Кстати, расскажите, пришло ли сегодня. Тем временем я вижу, что подписывают наши зрители, ставят плюсики, Евгения Захарова и Макс Комиссаров, и Жека Костолом на нас подписался. Подписывайтесь, давайте попробуем за время вот этой нашей интерактивной части достичь показателя в 14 тысяч подписчиков в Телеграме. Может быть, у нас это получится. То есть нужно 87, ну уже, наверное, меньше. Поэтому давайте поднажмем, агитируйте друзей и знакомых. В конце концов, всегда можно отказаться, да, если вам что-то не понравится. Тем вижу, Вираж Шати к нам присоединяется, Лариса Яроцкая, еще к нам присоединился Евген Король. Надеюсь, что правильно ставлю ударение. Да, вот растет число подписчиков, ну и присоединяйтесь к тем, кого я уже обозначил, кого я уже назвал. Давайте вместе двигаться дальше еще и на платформе Телеграма. Ну и, конечно, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу того, что мы сегодня услышали. Вот там Глеб Павловский вначале говорил о том, что никто не нужно думать о переговорах, но никто не думает о переговорах, а нужно все-таки разговаривать. Вот я так понимаю, что эта идея, которая, ну, она не очень популярна, потому что я, честно говоря, вот сейчас задумываюсь, а как эти, ну вот с чего начать эти переговоры? Кто будет? То есть из серии «Россия говорит, давайте сдайте нам территории», и Украина говорит, окей, мы сдадим вам то, что вы у нас уже забрали, ну, маловероятно, да, соответственно, тоже Россия такая, окей, мы уйдем вообще обратно в Россию, останемся, давайте забудем, что это было. Ну, как-то да, войны действительно, многие войны действительно заканчиваются переговорами тяжелыми, долгими и так далее, но ощущение, что все-таки еще и Украина не готова к никаким переговорам, а Россия, судя по всему, не готова к никаким переговорам. Ну, то есть, я пока это не вижу. Может быть, вас убедил Глеб Павловский, его размышления на эту тему в нашем эфире? Можете, кстати, об этом написать. Будем обсуждать.
Грэм, а если вы в Инстаграме, я недавно инсту завела, могу подписаться. Да, вот сейчас просто бальзам на душу нашего режиссера вы пролили обильно. Денис Ковалев у нас ведет Инстаграм. Сейчас он, я думаю, что опубликует ссылку на наш Инстаграм в нашем чате, и можно, и нужно на нас подписаться, потому что Денис, кстати, вернулся из отпуска, он проехал на мотоцикле. Сколько тысяч километров ты проехал? Так, это 5 и 6. 6 тысяч километров Денис проехал на мотоцикле, доехал до Нормандии и обратно. Вот. И тоже в Инстаграме он выставлял фотки, или будет выставлять фотки еще. Ну, в общем, он там выставляет фотографии, поэтому вы его порадуете. Поддержите Дениса, подпишитесь на Инстаграм. Но не забывайте подписываться и на Телеграм параллельно тоже. Виктория, кстати, тоже поставила плюс, подписалась на наш Инстаграм. Лиля подписалась. Могу расписаться, пишет Гуляй Рванина. Можно и расписаться, кстати. У нас вот, знаете, вот сзади вот там эта бумага, ватман, да, и мы там начали уже собирать подписи наших гостей. Мы потом вам это все предъявим. Там Майкл Наки расписывался, Дмитрий Орешкин, Михаил Касьянов, и уже многие, и Михаил Шейтельман, и многие уже другие, кто в нашу студию приходил на такие живые интервью. И вот мы там собираем эти подписи, а потом, возможно, они появятся, хоп, и сзади уже будут подписи разных людей, которые у нас были на прямых эфирах. Отлично, у кого-то есть отпуск, в Украине война, пишет Евгений Король. Да, в Украине война, и мы понимаем, что, в общем, конечно, то, что, скажем, в Европе там, ну да, войны нет вот непосредственно, хотя много беженцев, и это, конечно, трагично, и все прекрасно понимаешь, что да, когда ты говоришь о каких-то вещах, иногда, знаешь, забываешься. Ну, то есть вот да, живешь, как-то жизнь продолжается, а потом вдруг вспоминаешь, что вот здесь рядом действительно идет война. Летят ракеты, убивают людей. Это страшно. И, в общем, это реальность, которая, из которой люди пытаются как-то иногда вырваться и выбраться, а потом все равно ты это вспоминаешь. Это все равно на подсознательном уровне оно всегда сидит. Да, здесь войны нет. Вот в Риге нет войны. Но очень многие люди все равно ее ощущают. Вот эхо войны, да, оно очень сильно здесь. Поэтому, Евгений, конечно, слова поддержки и Украине, и мы стараемся в Грэмми теме вообще уделять очень большое внимание, и не забываем, конечно, это повестка, которую мы освещаем очень-очень тщательно. Да, еще пишут наши зрители, когда весь этот трэш закончится, я тоже поеду в путешествие до Португалии из Питера, но, думаю, мне будет уже где-то лет 60. Можно будет поделать потом подписи, пишет Эрика. Ну, мы стараемся все-таки не подделывать факт-чекинг. Ну, как, у нас приходит спикер, мы видим, что это тот самый спикер, и мы ему даем маркер, он расписывается, соответственно. Так, что еще пишут наши зрители, что сделали с памятником? Так, пропустил комментарий, можете повторить, просто неудобно скроллить. Так, несмотря на войну, жизнь продолжается, нельзя упрекать других за то, что они имеют отпуск, пишет Наташа. Ну, я думаю, что здесь не было упрека, просто действительно мы, конечно, об этом всегда помним. Когда есть что терять, все эховцы в подполье, пишет Олег. Да, Вадим, с армянами не получается связаться, пишет Эрика. Ну вот сегодня еще пока не успели. Мы, конечно, освещали в Телеграме события в Армении. Взрыв и пожар большой, который там, там много пострадавших, кадры доступны на нашем Телеграм-канале, и на платформе Телеграма мы эту тему освещаем более тщательно, поэтому заходите, подписывайтесь и выходите, ну и, соответственно, там тоже можно все увидеть. Ольга, кстати, тоже поставила плюс. Ставьте плюс, кто подпишется на наш Телеграм сегодня. Давайте попробуем за этот промежуток эфира дойти до показателя в 14 тысяч подписчиков. Было бы здорово, если бы вы смогли к нам присоединиться, и сообщество Грэма расширялось бы в том числе и на этих платформах. Ну и, конечно, Телеграм, Инстаграм, тоже я об этом напомню, который ведет Денис Ковалев. Заходите. Так, в поддержку Украины с уважением из Алматы, Казахстан. Взорвали торговый центр, пишет Мак. Я, это невозможно забыть, особенно когда знакомые на фронте, когда друзья из Харькова покинули свой дом, пишет Юля. Александр пишет, что сделали с памятником советским воинам в Латвии, в итоге Грэм освещал митинг. Памятник готовят к сносу, он будет демонтирован, решение принято. Сейчас он огорожен, к нему нельзя подойти. Как когда конкретно будет демонтаж, неизвестно, об этом не сообщается, но решение уже принято на всех уровнях, то есть соответствующий закон там и так далее. Поэтому демонтаж будет, и мы, конечно, будем это тоже освещать. Наталья также присоединилась к нам в Телеграме, поставила плюс. Андрей,
рублей поставил плюс. Да, еще число погибших при взрыве и пожаре в Ереване выросло до 2, 57 человек пострадали, еще по меньшей мере 20 могут находиться под завалами. Вот данные от нашего редактора Анна Лейтланд Григорьева сейчас как раз опубликовала эти данные в нашем чате, но и в Телеграме там есть и видеоматериалы тоже на эту тему. На Ходоре пастухов, там наших много, пишет Горленко. Но мы надеемся, что Пастухов зайдет и к нам тоже. Вроде как дал согласие, но такой переговорный процесс достаточно долгий. Пастухов уже в записи, раз я тут начинал. Вадим, какой у вас был максимум зрителей онлайн, пишет Степан? Около 16 тысяч, если говорить об онлайн в моменте. 16, по-моему. Так, Лора, кстати, тоже поставила плюс. Ставьте плюс, это те, кто подписывается на наш телеграм-канал сегодня, мы вас очень ждем, поэтому обязательно заходите. Вадим, думаете, Дождь займет место пропагандистских каналов за пределами России, пишет Наташа. Ну, я не думаю, Дождь это не пропагандистский канал, это журналистский канал. Если вы имеете в виду, будет ли он работать так, как работает там условный Соловьев на «Россия-1», нет, не будет. Я в этом абсолютно уверен, и знаю людей Дождя, и сотрудников Дождя, и журналистов, и так далее. В общем, у меня в этом в смысле нет никаких сомнений. Будет ли он так популярен, как были, например, в Латвии среди русскоязычного населения, первый, второй, там, НТВ, сложно сказать, потому что все-таки достаточно долго формировались эти привычки, и существует в латвийском русскоязычном обществе тоже определенный раскол, даже среди русских или русскоязычных, так правильно, потому что там люди разных национальностей, и часть из них, они не готовы перейти на Дождь, потому что там, ну, не знаю, для них Путин, это вот. Да, Дождь. Но кто-то смотрит, и я вижу, что, конечно, есть люди, у которых меняется это отношение к Владимиру Путину, когда, если раньше, там, до 24 февраля они как-то к нему относились положительно, то после 24-го кто-то стал относиться еще более положительно. Такие тоже есть, и не надо это отрицать. Но есть сейчас людей, которые сказали, нет, вот это я не готов принять, это все-таки то, что ну, просто недопустимо. И вот эти люди как раз, я не уверен, там сразу станут ли они либералами, станут ли они вообще либералами. Но они как раз уже, по крайней мере, отошли от того, что делает российское руководство. И вот как раз эту аудиторию Дождь может, безусловно, привлечь. Ну и в Грэмми, как мы видим, есть такая аудитория. И мы очень ценим, на самом деле, что люди... Ведь наша задача тоже, как журналистов, именно помочь людям определиться, вот, мы рассказываем, показываем, даем разное мнение, да, вот как выглядит ситуация, вот что происходит. Знакомим с вами, потому что у нас большое количество зрителей из Украины, около 4-5 миллионов в месяц у нас заходов из Украины, мы получаем много писем, много сообщений. Помните, когда были вот первые недели войны, сколько звонков в ГРЭМ было из городов, которые подвергались бомбардировкам, да, люди звонили, рассказывали свои истории, делились этим в прямом эфире, и это тоже влияло на многих людей, которые, ну, может быть, вот относились к той категории не все так однозначно, да. Мы знаем нескольких человек, которые смотрели ГРЭМ, и за счет вот этих звонков, благодаря этим звонкам, этим сообщениям, этим комментариям реальных людей, они поменяли свое мнение о происходящем. Поэтому я думаю, что вот примерно так все это выглядит. Пишут наши зрители тем временем. Так, ставьте лайки, чтобы нашу трансляцию видел еще больше людей. Да, это действительно наш редактор сейчас пишет об этом. Ставьте лайки, сейчас 1400, давайте дойдем до 1500. Польша работает над концепцией, которая позволит отказывать россиянам в выдаче виз. Решение по этому вопросу ожидается в ближайшее время. Подписалась, пишет Мульти Юля. Подписывайтесь и вы, Юля. Приветствуем вас, кстати, в нашем телеграм-канале. Ну, подписывайтесь. Давайте дойдем до 14 тысяч. Ну, мне бы хотелось, чтобы сегодня, за время интерактивной части, мы дошли до показателя в 14 тысяч подписчиков в телеграме. Еще раз мы сбросим ссылку на телеграм. Кто на нас подпишется прямо сейчас, поставьте плюсик в чате, мы будем сразу это видеть. Дождь также имеет свою нишу, интеллигенцию, умная и массовая публика. Здесь все просто, пишет Сергей. Российские СМИ пишут, что неизвестные заминировали все станции метро, торговый центр, зоопарк и церковь Святого Григория Просветителя в Ереване, сообщает Спутник Армения. В МЧС проверяют сигналы о бомбах. Ну вот такая новость появилась, конечно, ресурс Спутник Армения, ну,
это отдельная история. Но ладно, в общем, есть такие данные. Если кто-то нас смотрит в Ереване, например, и вы могли бы нам рассказать о том, что происходит сейчас в городе, расскажите нам об этом, напишите в нашем чате, мы зачитаем ваши комментарии. Можете позвонить в прямой эфир. Телефон, WhatsApp, Viber, Telegram, все платформы. Сейчас попросим Дениса вывести на экран, чтобы вы могли до нас дозвониться. Расскажите о том, что происходит в Армении сейчас. У нас есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте, это Олег из Вашингтона. Да, Олег. Вадим, вы говорили про переговоры, что тяжело представить себе начало этих переговоров, но я понимаю, что сейчас каждый день гибнет там сотни и тысячи людей, да, это день переговоров, не только переговоров, а главное перемирие, которое, может быть, потом, дай бог, превратилось бы в мир, да, сохранило бы эти тысячи жизней. А каждая жизнь человеческая – это, в принципе, целая вселенная. То есть тысячи вселенных сохранились бы, как сохранялись бы каждый день. Вот. И лучше этих 100 лет переговоров, чем один день войны. Да? Так что все-таки будем надеяться, что какие-то переговоры, в конце концов, все равно не придется устраивать эти переговоры, придется договариваться. Да? И все равно эта победа будет первого и с той, и с другой стороны, потому что столько людей погибнет, погибло уже. Да? Так что все-таки нужно надеяться и стремиться к переговорам. Спасибо. Спасибо, Олег. Да нет, я тоже надеюсь, что эта война чудовищная закончится, и люди перестанут гибнуть. Да? То есть я просто рассуждаю на тему... Ну, я пока не вижу этой возможности. Может быть, я ошибаюсь. Вот Глеб Павловский, который говорил об этом, он тоже, судя по всему, возможности-то не видит. Да? Вот мы как раз... Я ему задавал уточняющие вопросы, ну и не пришли мы к тому, как все это должно. То, что да... Нужно остановить войну? Нужно остановить войну. Здесь, мне кажется, ни у кого нет никаких сомнений. И она должна остановиться просто потому, что ну, это какая-то дикость, да, то, что происходит сейчас. Вот любое слово, которое можно сейчас подобрать, чтобы назвать там чудовищное, дико, страшно, ужасно, оно все равно не соответствует тому, что происходит на самом деле. Да, потому что ну, просто люди массово убивают людей, да, в промышленных масштабах. Ну, это, ну, ладно, я даже не буду пытаться подобрать какие-то слова, чтобы все это описать. Вы сами это знаете все, а наши зрители из Украины знают это, к сожалению, на своем опыте, да, они это все познают. Вот у нас Лунтик, например, который каждую ночь, там, да не каждую ночь, каждый день, да, вот он такой, ребята, у нас тревога, я пошел в подвал, да, и так это уже становится. Ты знаешь, что вот Лунтик выйдет в эфир, через некоторое время он скажет, что наступила тревога, я иду в подвал, да, и это становится, ну, я не хочу говорить слово обыденно, да, но это становится уже частью жизни, частью такого рядового расписания. Ну, мы даже не могли себе представить это еще, там, не знаю, там, 7 месяцев назад, да, кто, какие ракеты, да вы что, ну, не может такого быть, потому что не может быть. И вот, это реальность, да, мы с этим уже живем. Ну, то есть мы нет, потому что мы все-таки живем не в воюющей стране, у нас такое эхо, да, но это эхо очень сильное, да, мы все это понимаем, что это не происходит где-то в кино, да, когда ты смотришь, ну, где-то в кино показали вот там. Нет, это все стало частью, реальной частью жизни. Это все очень рядом. Конечно, это должно закончиться, я с вами не спорю. Татьяна Доронина, кстати, тоже подписалась на наш Телеграм. Подписывайтесь и вы. Да, еще тогда нужно было сразу сдаться по этой логике. Олега из Вашингтона, пишет Анна. Не знаю, ну, я не видел, чтобы Олег там говорил про... Он просто высказал мнение о том, что да. Ну, с этим сложно поспорить. Люди должны перестать убивать людей. Должны. Вот с этим я согласен. Да, еще пишет, люди спят по несколько часов за сутки 24 февраля. А пишет Наташа, еще пишет, Россия на границе 91 года, тогда переговоры, пишет Виктор. Может, реальность Харьков обстреливает по расписанию из Белгорода, пишет Евген. Да, из Белгорода там периодически как раз видео пусков ракет. Тот, кто уже попробовал крови, не может остановиться, ему нужно все больше и больше, как наркотик. Вот такой комментарий от Натали. Надо вводить войска НАТО на Запорожскую АЭС, пишет Сергей. Вообще, вокруг Запорожской АЭС тоже, конечно, история. Непонятно, чего хотят. Ну, то есть, вот если там есть Россия, ну, есть видеокадры, там, где российские ТБТР заезжают куда-то там. Что они хотят? Ядерный шантаж, блефуют, не блефуют, хотят взорвать, не взорвать.
известно, крупнейшая атомная электростанция Европы. Да, если там громыхнет, то Чернобыль покажется милой прогулкой, да, которая была в 86-м году. Тоже вопросов больше, чем ответов, правда. Я даже не пытаюсь сейчас на них дать ответы, потому что я не знаю. Многие не знают, эксперты наши не знают. Ну, спрашиваем про Запорожскую АЭС. Ну, ядерный шантаж, наверное. Как же в Украине тем, у кого ковид, плюс ко всему, пишет Анна, надо вводить войска. Так, это я уже зачитал. Мы имеем дело с обманщиком, с шантажистом, ему нельзя верить. Это ядерные террористы, не было России, не было проблем. Грим их нет. Они сами себя обстреливают, это блеф. Они детей своих за деньги продают. Олег, про ценность жизни. С кем переговоры, откройте глаза. Ну, в общем, да, активно тут в нашем чате уже поступают комментарии. Пишите, комментируйте, участвуйте. Я напомню, что после завершения нашей интерактивной части у нас Петр Филиппов еще, так что никуда не уходите. Петр Филиппов, общественный государственный деятель с лекцией о демократии. Не пропустите, через несколько минут мы Петра как раз... Петр явится к вам, да, вот таким образом. Вадим, ваш народ умеет сострадать и понять чужую боль, пишет Натали. Ждем Петра, пишет Рад. Но прежде чем Петр появится, давайте еще один заход. Давайте еще подпишемся на Telegram Грэма. Поставьте плюсик, кто сделает это после моего призыва очередного подписаться на Telegram. Да, далее у нас в эфире лекция Петра Филиппова. Об этом Анна тоже напоминает. Ну, а я думаю, что мы сейчас... Напомним, попрошу режиссера написать старт, и мы узнаем, какая сегодня у Грэма география, где вы нас смотрите. Давайте это узнаем и озвучим в прямом эфире перед тем, как Петр Филиппов появится в нашей студии. Поехали. Кто где смотрит Грэм сегодня? Про донаты тоже не забывайте, можно по PayPal, ссылка есть в описании, так что если есть возможность, милости просим. Поехали. У нас сегодня первый Санкт-Петербург. Затем Могилев, Григор из Юрмалы, Татьяна из Саратова, Ольга из Риги, Алиса из Варшавы, смотрю с планеты Земля, дед Матфей, привет из Москвы, Лара из Москвы, Германия, Якутия, Новый Сад, Днепр, Петербург, Саратов, Париж, Лондон, сейчас Рига, Вашингтон, Алматы, Кармель, Торонто, Набережные Челны, Алматы, Новосибирск, Москва, Хайфа слушает, Рига, Людмила, кстати, на нас подписалась, тоже ставьте плюсик, кто сегодня подпишется на наш Телеграм. Обязательно подписывайтесь, кстати. Владивосток, я из Африки, Мавритания, вот где нас смотрит София. Присылайте, кстати, фото. Можно на наш Телеграм присылать фото интересные, мы их тоже публикуем. Минск, Манхэттен, Тверская область, Марфа подписалась. Москва, Латвия, Рига, Екатеринбург, Юрмала, Нижний Новгород, Одесса, Санкт-Петербург, Канада. Отличный эфир, большое спасибо Грэму и всем грэмчанам. Спасибо, что смотрите. Челябинск, Москва, Юлия подписалась, мультиюля тоже подписалась на наш Телеграм. Еще раз всех призываю, подписывайтесь. Ссылка закреплена сверху в чате и внизу в нашем под описанием. Шир, Средиземье, Новосибирск, Жешув, не знаю, поправься, если неправильно произнес. Нижний Новгород, Набережные Челны, Москва, Зимбабве, кстати, Артем с нами. Одесса, привет, Альфа Центавра. Ну, это далеко, долго сигнал идет оттуда, вероятно. Ярославль, Сицилия, Ивр из Риги. И да, тут как раз привет Лане передает Лео Броневой. Санкт-Петербург тоже с нами сегодня. Тем временем, кстати, у нас 1500 лайков. Можно дойти до 2000, но уже после того, как стрим закончится. Юлия, кстати, из Нижневартовска, это родина Анны Лейтланд Григорьевой, так что привет Нижневартовску, большой Юлия. Так, мы более, могу ошибиться, Санкт-Петербург, Олег, ну и кто еще, давайте еще один город зачитаем и будем уже переходить к Петру Филиппову. Деревня Цернская приветствует, подписалась на ТГ, смотрю Грэма постоянно, вы самый лучший канал, написал София. Спасибо вам, Минск еще, и смотрим, и Сталина написал Егор, и Братск еще с нами тоже сегодня. Ну что, спасибо всем, кто сегодня был с нами, подписывайтесь на Грэм на всех площадках, которые я перечислил, Телеграм, Инстаграм, Ютуб, конечно, у нас 370 тысяч, нас с вами 370 тысяч среди подписчиков сегодня. Идем дальше, летим дальше. Ну, а сейчас время Петра Филиппова. Встречайте его в эфире.
Добрый день, дорогие наши зрители. Сегодня мы с вами обсудим, как шведы борются с коррупцией. Но прежде чем перейти к этой теме, к опыту Швеции, давайте остановимся на отношении россиян к агрессии против Украины. И вообще русских людей, которые живут не только в России, но и в Латвии, Литве, в Англии. В этом отношении у многих ярко проявляется средневековый уровень культуры. Когда крестьянина секли розгами во дворе помещика, а его крепостные односельчане смотрели на это как на данность, но на которую они не могут повлиять. Совсем иное отношение было у фермеров Америки, для которых помещики с их розгами были чем-то из давней истории. Получается, что мы, русские, сегодня, где-то там в Средневековье, с желанием имперства захватить соседние страны и чувствовать себя великим народом, который может поработить всех. Когда одни россияне идут за деньги, подчеркиваю, за деньги, за высокие оклады, убивать украинцев, а другие не выражают своего протеста и даже не хотят об этом думать, просто едут отдыхать в Турцию, это говорит об имперском, именно об имперском сознании нашего народа, о его стремлении подчинить соседние народы власти своего правителя. Задумайтесь, мы же не пройдем мимо, если какой-то хулиган грабит бабушку-пенсионерку. Мы вмешаемся, если увидим, что кто-то пытается ограбить квартиру соседа. Но почему же мы смиренно смотрим, как разрушают и грабят соседей, как убивают жители Украины? Кто убивает? Наемники из российской глубинки? А почему мы не против? Потому что империя для нас всего важнее. Или потому что мы хотим жить, как жили крепостные? Все это лишний раз говорит о том, насколько различаются культуры разных народов. Различие это ярко видно на примере сравнения нашей жизни с жизнью, например, шведов. Если Россия занимает одно из первых мест по уровню коррупции, то в Швеции она минимальна. Вот так шведы сумели этого добиться. Ведь коррупция тормозит рост экономики, подрывает доверие граждан государству, отрицательно сказывается на их благосостоянии и вообще деморализует общество. Но давайте будем смотреть правде в глаза. Взятка, откат конкретным людям выгодны. И тому, кто дает, и тому, кто берет. Вам выгоднее откупиться взяткой от гаишника, чем лишиться прав. Однако число автомобильных аварий в странах с высоким уровнем коррупции во много раз выше, чем в европейских. Обществом ваша взятка гаишнику просто невыгодна. Можно привести другие примеры. Председателю жилкооператива выгодно получить взятку, согласовав завышенную цену на ремонт дома. Но вы-то будете платить завышенные взносы на ремонт? Владельцу торговой фирмы выгодно за откат получить лицензию на открытие торгового центра в каком-нибудь людном месте, причем без конкурентов рядом. Но вы-то будете платить завышенные цены на товары в этом магазине? И таких примеров можно привести множество. Тогда возникает вопрос. А как бороться с коррупцией, если очень многие люди заинтересованы во взятках и откатах? Посмотрим правде в глаза. В России нет верховенства права. У нас есть верховенство указаний чиновника.
У нас нет независимого суда. Нет прокуратуры, честной прокуратуры. У нас азиатский способ производства. Или, как еще по-другому называют, кранизм. А вот в странах Европы жизнь устроена совсем по-другому. В США, в Канаде, в Австралии. Там гражданам нет необходимости быть покорными и угождать начальству. Они понимают, в большинстве своем, что честная конкуренция – это и есть двигатель прогресса. Ну, примерно так же, как соревнования в спорте. Этим людям важнее уровень жизни и соблюдение их прав. А для этого они пытаются разными способами подавить коррупцию. Подчеркиваю, разными способами. Потому что можно выделить два подхода в борьбе с коррупцией. Американский и шведский. Вот американский сводится к тому, чтобы заинтересовать самих граждан разоблачать коррупционеров за хорошие деньги. Даже если эти граждане и не в душе, и не такие уж суперпротивники коррупции. Даже если они не такие, но вот как при найме охранников. Охранник же, может быть, и не стал бы рисковать жизнью на улице, когда видит ограбление. Но в фирме охраннику за охрану платят, и за риск тоже. По этому принципу материальной заинтересованности в борьбе с коррупцией в США и Канаде создана суперсистема заработков адвокатов, предпринимателей, ну и, естественно, граждан. Система, основанная на разоблачении коррупционеров. И граждане, и нанятые ими адвокаты могут получать огромные суммы, доказав сам факт коррупции в суде. Прочитайте об этом в нашем журнале, в ежедневном журнале. В Швеции же подход иной. Шведы посчитали, что коррупцию надо минимизировать прежде всего путем воспитания. Причем с детства. Приучать людей жить честно. И прилагают к этому воспитанию немалые усилия. Главная причина борьбы с конкуренцией в Швеции – это реальная конкуренция, соперничество различных, независимых от власти политических партий. Это не декорация, как в России. Там коррупция воспринимается властями как угроза. Угроза партии, которая сформировала правительство. Ведь деятельность органов власти находится под пристальным контролем оппозиции, под вниманием. И факты коррупции сразу будут обнародованы. А это может привести к потере власти правящей партии. Вот так политическая конкуренция помогает борьбе с коррупцией. А в странах с авторитарными режимами, таких как в России, напротив, коррупция – это цемент, который сплачивает этажи пирамиды власти. В таких странах коррупция – это источник баснословных доходов самих чиновников и тех людей, которые близки к ним. Бороться с такой коррупцией реально значит вредить и себе, и своим людям. Поэтому в России с коррупцией фактически никто не борется. Но мы обещали рассказать сегодня про опыт Швеции. Так какова шведская стратегия борьбы с коррупцией? До середины 19 века Швеция считалась страной насквозь пораженной коррупцией. Как сегодня Россия. Первый комплекс антикоррупционных мер, законов, здесь приняли еще в 19 веке. А вот последнюю реформу системы, антикоррупционной системы, провели в 2012 году. Нам, россиянам и латышам, у шведов есть чему поучиться. Хотя сказать, что шведам удалось полностью подавить коррупцию, никак нельзя. И все же, как они борются? Шведы исходят из того, что человеку свойственно искать пути обхода запретов. А это благодатная почва для возникновения коррупционных отношений.
Поэтому чем меньше запретов, ограничений, чем больше прав и свобод, тем меньше коррупции. Вроде логично. А каковы особенности шведской стратегии противодействия коррупции? Первое – это формирование негативного общества, негативного отношения общества к коррупции. Ну, того, чего нет в России и, скажем так, в Азербайджане. Взаимодействие правоохранительных органов, средств массовой информации и граждан в деле выявления коррупционных проявлений, противодействие им. Высокий уровень зарплаты и социальной защиты госслужащих. Страх перед потерей деловой репутации, что во многих случаях является более суровым наказанием для бизнесменов, чем уголовные санкции. По шведскому законодательству взяточество подразделяется на подкуп в госсекторе и в частном секторе. При этом коррупция в госсекторе считается более серьезным преступлением. Главным фактором в Швеции считается воспитание. Уважение к честности и трудолюбию. Шведам внушается, что надо быть честными во всех отношениях и всегда соблюдать законы, контракты, платить по своим счетам. Взяток не должно быть в нормальном обществе. Другим фактором противодействия коррупции в Швеции является общественный контроль. Ну, естественно, за деятельностью чиновников и бизнесменов. Причем большую роль в этом играют средства массовой информации, которые придают огласке любые случаи коррупции, невзирая на должности и положение в обществе замешанных в них лиц. Сравните с российскими СМИ. В Швеции подозрения относятся к любому коммерсанту, который разбогател за короткий период, и к чиновнику, у которого расходы значительно превышают его доходы. Поэтому чиновники и бизнесмены в Швеции гораздо больше боятся журналистов, чем полиции. Их потери будут серьезными, если их имена засветятся в коррупционном скандале. Даже если по закону нарушитель может отделаться штрафом, репутационные потери закроют ему дверь в бизнес, в профессию. И никакие запреты и законы не могут дать такого эффекта, поэтому общественный настрой против коррупции в Швеции поддерживается на самом высоком уровне. Отметим, что в Швеции чиновники не имеют иммунитета или преимуществ перед обычными гражданами. Здесь показательна история Швеции. Ведь в Швеции борьба с кумовством началась еще в 1809 году. Задумайтесь. 200 с лишним лет тому назад. Кумовство – это когда чиновники дают предпочтение своим родственникам или друзьям, а не способностям или квалификации кандидата на какую-то должность. Вот до этого, до 1809 года, сделать карьеру в государственном управлении могли только дворяне. Чтобы снизить уровень коррупции, в Швеции еще в XIX веке подняли зарплаты чиновникам и ввели целую систему льгот и субсидий им. И это дало результаты. Страх потерять хорошее место пересилил желание брать взятки. Зарплаты высокопоставленных чиновников поначалу превышали заработки рабочих раз в 15. Правда, с течением времени эта разница снизилась до двухкратной. Но честность уже укоренилась в сознании бюрократов. Шведских бюрократов. Сегодня увлеченный в коррупции шведский чиновник может получить штраф и 2 года тюрьмы. Если преступление будет особо тяжким, то тогда и до 6 лет. Для частной компании предусмотрен штраф в 1 000 000 евро. И конфискация суммы взятки, прибыли, которую с помощью этой взятки удалось получить. Причем, что интересно, наказание одинаково и для берущего, и для дающего взятку. В шведском уголовном кодексе нет количественного и качественного определения того, что можно считать взяткой. Странно. Я считаю, что это странно. Посчитают ли проявление гостеприимства, скажем, какой-нибудь там подарочек или обед вместе, взяткой? Зависит от обстоятельств ранга чиновника и от того,
какую выгоду он из этого извлек? Чтобы предпринимателям и остальным гражданам было легче понять и применить законодательство на практике, был даже создан документ под названием «Кодекс против коррупции в экономике». Хотя он и не имеет юридической силы, но служит полезным ориентиром, руководством к действию. В кодексе можно найти толкование законов на конкретных примерах. Здесь же закреплена рекомендация для чиновников декларировать все подарки стоимостью больше 20 евро. Многие ведомства и компании предлагают сотрудникам пройти курс обучения и следят за тем, чтобы регулярно напоминать сотрудникам об этических стандартах. Для законопослушных шведов четко проведенная черта дозволенного нередко уже достаточно для того, чтобы ее не переступать. И в частных компаниях, и в государственных учреждениях созданы механизмы внутреннего контроля, аудита, которые тоже известны всем сотрудникам, работают. Но есть и общественный контроль. Влиятельное антикоррупционное общественное объединение «Институт против взяток» при Стокгольмской торговой палате был основан еще в 1923 году. Его цель – сформировать в обществе принципы морали и атмосферы нетерпимости к попыткам взяточничества, подкупа. Здесь занимается разъяснением тонкостей антикоррупционного законодательства, помогая чиновникам и бизнесу понять, что считать взяткой, а что можно считать нормой. Институт осуществляет консультации, семинары, лекции на тему противодействия коррупции. Для представителей деловых кругов издает информационные материалы, книги, посвященные вопросам борьбы со взяточничеством и иными формами незаконного ведения бизнеса. И его деятельность очень влияет на общественный климат в Швеции. Отличие системы общественного противодействия коррупции от российской вполне очевидно. В России общественники ищут незадекларированную собственность чиновников. Их роскошные загородные особняки раскапывают подробности коррупционных схем, счетов, вкладов. По сути же все это работа для полиции. А шведские общественники сосредоточились на предупреждении коррупционных рисков и не занимаются несвойственной им расследовательской деятельностью. Один из самых действенных инструментов для борьбы с коррупцией в Швеции стал принцип публичного доступа к информации. Этот принцип доступа к государственным документам существует аж с 1766 года. Это часть первого в мире закона о свободе печати. Каждый гражданин Швеции может позвонить или запросить любой документ, ну, кроме тех, которые составляют государственную тайну, со стола любого чиновника. Это может быть рабочая переписка, информация о приглашениях, о лоббистах или государственных контрактах. Ответ при желании пришлют по электронной почте, по интернету или просто письмом. При этом узнать можно не только о работе, но и о личности самого чиновника. Любой человек может позвонить налоговой и спросить, какой у этого чиновника доход, где он живет, сколько у него машин, какие доходы у его детей и так далее. Власти должны ответить в разумный срок, в зависимости от сложности запроса. При этом в Швеции действует, конечно, европейский генеральный регламент о защите персональных данных. Те данные, которые, помимо предусмотренных принципов публичности, строго охраняются. Но все равно сравните это с ситуацией в России. У нас, напротив, засекречивают все данные о коттеджах, имениях, капиталах наших власть имущих. В Швеции сотрудник любой компании может позвонить в полицию или редакцию средств массовой информации и сообщить о своих подозрениях в коррупции со своего рабочего места, не опасаясь последствий со стороны работодателя. Закон о гарантиях информаторов приняли еще в 2016 году. Этот закон рекомендует компаниям и организациям ввести анонимную систему внутреннего информирования.
Так сотрудник может сначала донести информацию до руководства, а уже потом до полиции и средств массовой информации. Очень разумно. В итоге шведские средства массовой информации играют по отношению к госструктурам, бизнесу, чиновникам, предпринимателям роль самой настоящей четвертой власти. Не на словах, а на деле. Важно отметить, что вот эта вот сфера СМИ в Швеции, так же, как и судебная система, полностью независима. Сравните с Россией. Эта независимость позволяет свободно публиковать сведения о любых коррупционных правонарушениях и преступлениях, хоть премьер-министра. Ну, несколько слов еще добавим о суде, о прокуратуре, полиции. В 2003 году антикоррупционное подразделение было сформировано и в прокуратуре Швеции. А в 2012 году была создана специальная антикоррупционная полиция. Эта полиция состоит из полицейских и гражданских специалистов. Она в год рассматривает порядка 200 дел, из которых, ну, около 30 заканчивается приговорами. Больше всего коррупционных дел связано с строительством, когда у муниципалитетов покупают всевозможные разрешения. Я повторяю, Швеция не избежала в полной мере коррупции, но она с коррупцией борется и борется эффективно. Шведские граждане охотно передают информацию о коррупции в средства массовой информации. Правоохранительные органы начинают расследование на основании фактов совершения коррупционных преступлений, изложенных в средствах массовой информации. В газете кто-то опубликовал? Все, начинается расследование. Приведу пример о практике шведской полиции по рассказу моего знакомого. Он приехал в Швецию на своем автомобиле, превысил скорость и был остановлен полицией. Предложил взятку, как в России. На него тут же одели наручники. У знакомого возникли большие проблемы, в том числе с вывозом автомобилей из страны. Не предложил он взятку, проблем бы не было. Сами полицейские при этом не имеют иммунитета от преследования за коррупцию. Ну, как в России. Я имею в виду фактического иммунитета в России. У них нет и преимуществ перед обычными гражданами. Так полицейских облагают, например, штрафами, если они неправильно паркуют свой автомобиль. А сотрудники градостроительного комитета стоят в общей очереди на жилье. Для России это немыслимо. Независимая судебная система не делает различий. Уличенный во взятке чиновник может быть осужден, легко осужден по закону. Это реальная практика Швеции. Еще раз подчеркнем отличие шведской системы борьбы с коррупцией от американской. В США и Канаде основную роль в этой борьбе играют граждане и нанятые ими адвокаты-предприниматели. Они не пытаются возбудить уголовное дело против взяточников. Они просто хотят заработать на разоблачении взятки, выиграв гражданские иски, получив большое вознаграждение. Полиция в Соединенных Штатах Америки ни при чем. Борьба с коррупцией построена на материальных интересах самих граждан. И работает такая американская система очень эффективно. Ознакомьтесь с ее описанием на страницах нашего ежедневного журнала. Ну, в заключение несколько слов о специальном органе парламентского надзора и контроля, который позволяет противодействовать коррупции в стране. В состав парламента Швеции входит омбудсмен юстиции. Он – это орган парламентского надзора и контроля над деятельностью административных и судебных властей в стране. Данный институт был введен еще в 1809 году. Омбудсмен наделен широкими полномочиями по возбуждению судебного производства против лиц, совершивших противоправные действия при исполнении должностных обязанностей. Очень показательный пример. Хорошо, а каковы же выводы? Народы легко перенимают технические новинки. Например, в конструкции автомобилей. Но очень трудно перенимают опыт эффективной организации общественной жизни. Ну, вспомним СССР.
Спутники были, а конкуренции между предприятиями не было. Но ведь именно конкуренция является двигателем прогресса. Именно эти трудности восприятия чужого опыта ведут к отсталости стран, к низкому уровню жизни их населения. Наш совет. Поинтересуйтесь опытом Швеции в борьбе с коррупцией. Очень полезно. Спасибо.